Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые посетители сайта goodgame.ru. С вами Михаил и Дмитрий. Дмитрия пока что не слышно, но мы поменяемся, будем меняться и играть в замечательную игру под названием Zeliart. Первая часть трансляции уже выложена. Многие ее смотрели, просили сделать вторую часть. И, собственно, сегодня состоится вторая и, надеюсь, заключительная часть трансляции по игре, которую вы видите на своих экранах, не голубых. Хотя у кого-то наверняка и дома и голубой экран, мало ли что бывает. Вот, что ты на меня так смотришь? Где твои... Тут все по памяти, понятно. В общем, предыстория такова. У нас есть герой, который, во-первых, игре больше, ну, где-то 20 лет. Она выпущена была в 91-м году на PC, соответственно, 20. Вот он самый герой, которого сейчас мышкой показывает, тут он бегает. У него есть оружие, он знаком не понаслышке с магией. И его задача — спасти принцессу, как бы это ни банально звучало. Спасение принцессы заключается в прохождении целого ряда уровней с монстрами, с боссами, которые шаг за шагом с каждым левелом, всего их 8 штук, они становятся все сложнее и сложнее. И сейчас мы дошли до такой стадии, первые 6 же уровней или 5, первые 5 уровней мы проскакали просто за, наверное, 2,5 часа, как сайгаки, практически без особых проблем, но сейчас начнется действительно хардкор. Те слова, которые были написаны в новости, ты можешь, кстати, уже начинать потихонечку бегать. Те слова, которые были написаны в новости, они как бы не просто так. Тот левел, который вот сейчас вот золотой будет, он уже предъявляет к игроку определенные требования и к памяти, и к логике, и к сноровке. Дима будет проходить уже не в первый раз, правда. Вот. Вот этот золотой левел. У нас есть щит на 300 ударов, хороший меч, эрочка. Эрочка — это массовое заклинание. Ой, ты его сразу просрал. Извините, пожалуйста. Подожди, это ж... Эта дверь была с главным боссом или не с главным? Просто музыка такая. Так-так-так-так. Хорошо, я буду моноложить. Диму плохо слышно, потому что у нас на коленке собранный стрим. Я вообще думал, что сегодня в StarCraft поиграть. Но тупо забыл ключи. Опа. Куда мы сейчас идем? Ключ, очевидно, да? Здесь есть три основных направления на этой... Ой-ой-ой, я помню это. Дамочки, которые телепортируются и стреляют. Что, не получается? Верх не бьет? Альтом может побить. Ничего себе. Попробуй на этом. Во-во-во. Да, тут клавиатура экзотичная. Дело в том, что по большим монстрам нужно бить сверху. А так иначе не достаешь. Либо в прыжке, либо стоя, но удар наносить сверху. Так получается рейндж больше, с одной стороны. Но с другой стороны, это посложнее. Вот осьминожек летает. А, кстати, давайте базовые вещи расскажем. Вместе с 8 лабиринтами есть 8 городов самых разнообразных. Там есть вся инфраструктура, банк, магазин магический, оружейный, гостиница, специальные там квестовые здания и здания, например, для того, чтобы повысить свой левел. Здесь вообще реализовано в этой игрушке, несмотря на ее такой преклонный возраст, реализовано довольно много разных самых направлений. Тут вам и экономическая система базовая с обменом алмаза на золото с разным курсом в городах, с возможностью оставлять депозиты в банке и снимать их. Тут и... Опачки, это маленькое лечение, не нужно. О, вот здесь, я помню, надо выстраивать лесенку, чтобы была возможность при ошибке вернуться... Ой, слишком, да. Ну, на одну единичку выше надо поставить. Вот, конечно же, здесь есть еще, ну, боевая система, безусловно, учитывая то, что есть разное оружие, разные щиты, урон, соответственно, высчитывается в зависимости от вашей экспы. А, ну и, конечно же, RPG-система. За каждого монстра вам дают экспу, вы ее не видите. Ой, здесь фейковый этот. Да, точно.
Что ж ты падаешь-то постоянно, брат? Или специально это? Специально, понял. Вот, после того, как вы получаете определенный левел, вам дают больше жизни, у вас увеличивается урон. Вот. А, и иногда увеличивается максимальное количество запоминаемых заклинаний. В общем, тут целый комплекс. Аккуратненько. Да, надо с края прыгать по полпрыжка. Вот так вот, раз, два. Есть полупрыг, есть полный прыг. Вот Дима сейчас полностью прыгнул и... Ясно, хорошо. Щит поглощает... вот давайте я еще познакомлю, пока Димка пытается пройти... ну, не то чтобы стандартный, но... Ну, хитрый момент. В правом нижнем углу вы видите, что у вас нарисован меч. Мечи бывают разные, их можно, ну, покупать, естественно, за самые разные деньги. Некоторые мечи даются за квесты. Вот, пытается... Да, отлично, преодолели препятствия. А дальше у нас идет R, это заклинание, одно из восьми. Покажешь инвентарь, как будет свободная секунда? Как он с дамой сейчас. Вот. Наверху 5 заклинаний доступных. Очевидно, еще 2 будет справа. Внизу wear, экипировка. Пока у нас есть 2 сапога. Один позволяет не скользить по льду. Он нам, скорее всего, не пригодится. И Pirica shoes. Очень полезные ботинки, которые позволяют не умирать в всяких... Да, во всех уровнях. На всяких кольях, огне. В общем, они защищают от дамага... Ну, колья, типа. Внизу предметы для того, чтобы юзать. Себри Ойл увеличивает, по нашим прикидкам, где-то в 4 раза урон от сабли. Дальше Джуен Фрут восстанавливает полностью жизнь, но это дорогое удовольствие. Ну и справа, видите, в инвентаре у вас есть там мечик, щит, его максимальный запас. И различные маски, обычно не квестовые, для того, чтобы пробираться дальше по левелу. Опа, она респаун? Нет, это та же, да? Давайте пробежимся дальше по интерфейсу. Лайфбар вы, наверное, уже увидели. Прямо под героем. Он заполнен чуть меньше, чем наполовину сейчас. Дальше идет плейс. Они меняются даже в рамках одного глобального уровня. Иногда по 2, по 3 подуровня есть. Для того, чтобы ориентироваться, где вы сейчас находитесь. Особенно, если вы в первый раз... А, это куда? А, вот, да, я... Да... Здесь уже уровень, как бы, как видите, вызывает. То есть в некоторые моменты вместо очевидного использования того же самого... Осторожно, сейчас на тебя может появиться. Нормально. Было пара попаданий, но вроде... Ой-ой-ой, хорошо щит сейчас заблочил часть дамага, потому что если... так, берем ключ. Важная вещь. Ну, вот сейчас... Когда ты... Зайди еще раз в дверьку, для того, чтобы продемонстрировать. Друзья, вот просто посмотрите. Один из таких прикольных разводов. Наверху, когда вы идете сверху, вы не видите, что внизу дверь. Вы видите просто платформу, которая мерно двигается. И с нее упасть довольно сложно, учитывая то, что она двигается медленно. Но вы могли видеть эту дверь и могли видеть эту платформу. Если, например, вот справа на дефолтную дверь вот заходили, вы могли этот факт заприметить, что на такой платформе, если прыгнуть вниз, вы попадете в дверку. А по-хорошему уже где-то с 6-го левела нужно начинать уже делать заметочки себе, зарубки на руках кровавые, чтобы не забывать, где что находится. Уровни здесь нарисованы по принципу, я вот так и не определился, как их одним словом назвать. Они как бы бесконечные, они замкнуты по горизонтали и по вертикали. То есть вы постоянно можете идти вниз, постоянно там можете идти в разные стороны и... Все, можете долго-долго ходить, другими словами, по кругу одного и того же самого уровня. И поэтому очень важно, ну, как бы запоминать, где находитесь, запоминать места. Так, медленная платформа. Сейчас, судя по всему, мы вообще в начало возвратились, да? Да, сейчас будет... Ай-яй-яй. Подстава какая. Да, я узнаю уже это место. Сейчас наверх, ну... Подняться наверх не получится, да, нужно будет как бы цикл продлить. И на платформу, на медленную сейчас. Жизни? А, как нельзя кстати. У нас уже наполовину, кстати, щит забрился. Он на 300 хп. Вот здесь медленная платформа. Самая, наверное, длинная на уровне.
летают здесь тоже осьминожки, насколько я помню. Ты на какую веревку пойдешь? На первую, вторую, третью? На первую будет сундучок, говорит Дима, а потом вроде на третью. А я не помню, что ты меня спрашиваешь, ты же ее проходил. А, я понял, размышляешь. Ой-ой-ой, вот эти вот товарищи бесят реально. Придется возвращаться. А вообще лучше на него элечку потратить, я думаю, чтобы не было такого. Да, есть удар вниз при падении, он помощнее обычного. Сейчас сзади придут, уже придут. Хотя нет, все нормально. Сейчас потратим заряд магии, чтобы... А, его уже нет. Ну, они респаунятся с рандомной скоростью. Вообще психи какие-то. Да падаю уже, да. А здесь единственный ключ, который нужно было, да? А справа к боссу вход или... Ну, я так про него и говорил. Собрали уже 500 алмазов. Давайте расскажу про алмазы и золото. Алмазы вы добываете, собственно, вот в подземелье. А потом в городе, в банке обмениваете по разному курсу на золото. И, собственно, золотом и происходит взаиморасчет. А, тут западает кнопка. Клево. За золото вы можете там чинить щит, покупать новое оружие, покупать там магические предметы и так далее. Циклов добавляешь? Вообще по умолчанию 6 циклов. Программа эмулируется при помощи DOS-бокса, как и большинство игрушек, которые запускались под дисковой операционной системой. Сокращенно DOS. Элечка пытается поймать последний. Хороший был выстрел сейчас. Правда, он ничего не принес, но попытка зачтена. Сбрить, возможно, восьминога. Здесь бабло. 1000 неплохо, кстати. Что такое? Дверка, да, вот еще один момент, обращаем внимание. Видите, дверь и платформа, которая над ним. И в следующий раз, когда вы доберетесь до похожего места, где будет такая вот штука, надо вспомнить, что есть внизу дверь. Я не помню. Так, друзья, мимолетом напишите, пожалуйста, как слышно, как видно. Диму явно не слышно, а вот... Буфер? А, черт, прости. Все нормально, все окей, все отлично. Диму нет, остальное ок, все отлично. Ну, возвращаемся в игру, тем более мы пропустили целый цикл еще. Так, платформа возвращается. Ой! Наверху, кстати, обратите внимание, у нас уже 5 камней, осталось 4. Ну, 4-й это супер-мега последний босс, поэтому там будет попроще. По сути, нам нужно пройти, как и было написано в новости, один хардкорный уровень. Ой, 3 хардкорных уровня. Вот это вот первый. Не берем бутылек, потому что жизнь не так... А, там... Ой, ой, хорошо, что она упала. А тут, кажется, падает. Нет, не падает. Что-то... Вот, и здесь вниз, типа, да, в дверку. Что? Фейковый путь, говорит Дима. Если полностью мы его пройдем... Нет, вот здесь не фейковый, говорит Дима. Да, есть тупики, безусловно, которые вас вообще иногда так обескураживают, что... На этой карте 4 сокровищницы. 4 комнаты, в которой мы были. Так, в одной пустой сундук, в другой сундук за 1000, да, в третий ключик, в четвертый сундук с... сапожками. А, про сапожки, да. В этом, на этой карте мы найдем, должны найти. Я расскажу обязательно про эту подставу. Мы не будем на нее купаться, потому что это где-то еще где-то на час. Если мы купимся, нам придется перепройти все заново. Смысл в том, что в конце этого уровня, после того, как вы пройдете все перипетии, там, откроете двери, убьете босса, и вот побитые все, пройдете уровень до конца, вам будет преграждать вот такая вот штука, вот такая вот лесенка, с которой вы, на которую вы никак забираться не можете. Вот спускаться можете, забираться не можете, без специальных ботинок. Что? А, это тоже фейк, сюда на самом деле нужно, я понял. А вот наверх неправильно. Прикольно, я бы здесь долго бы мучился. Хотя этот золотой уровень, я помню, проходил все равно. Аккуратненько, аккуратненько сейчас. Обращаю внимание, брата, на то, что у тебя 85 щита уже осталось. А это не очень хорошо.
Так, минус 0, кстати, с первого... А, вот это пробивается штука, да. И для того, чтобы отсюда прыгнуть лучше, насколько я понимаю, да? Потому что с этой вы не сможете прыгнуть нормально. Молодые ребята, я чувствую, не могут прочувствовать. Опа, вот они ботиночки, которые нам необходимы. Называются они Silkarn Shoes. Как раз они позволяют нам забираться на вот такие вот препятствия, на возвышенности. И кажется, до босса-то не так много осталось, насколько я помню. Да. Ой-ой-ой, опасный момент. Учитывая то, что ХП мало, щит скоро закончится, нужно возвращаться срочно в город, чиниться, лечиться и пробовать получить... наверху же город, нет? Ой-о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 й
Нормально, хорошо сбрил птицу. Фух, дожили. Ну, все, главные миссии на этом уровне были сделаны. Там 2-3 развода были преодолены. Мы на грабли не наступали. Получили ключ, получили эквипмент. В банке будем менять алмазы? Нет, говорит Дима, сейчас заходим к магичке. Магичка как раз нам, во-первых, здесь можно сохраниться, а во-вторых, здесь можно так называемый Sea Power. Посмотреть, как, что там как с силой. И если ваша экспа... если ваша экспа... Все, дадут левел сейчас. Все, бабах. Если вы накопили достаточно опыта, то вам дают левел ап, обновляют заклинания и... В общем, вы чемпион. Сейчас мы увеличили количество жизни, если обратили внимание, подлечились полностью. На 2,5 деления. И с 6 до 12 увеличилось второе заклинание S, которое не юзабельно, потому что слабенькое. Но оно отталкивает народ и через все летит. Можно даже на боссах периодически использовать, но, как правило... Не говори, это спойлер. Чини щит. Заходим в вооружение, ремонтируем щит. Очень важно не терять щит, потому что ремонтируете вы его за копейки, вот 125 голды. А чтобы купить такой новый щит, нужно где-то 5-6к. Да, это, друзья, это третья Диабло. Вот нам дали попробовать потестировать ее. Записались. И, судя по всему, сейчас пойдем сразу же на босса. Да? Нет? Не знаю. Да, хорошо. В другую часть, да? А что здесь? Я сяду? А, да, я смогу. Давай, я смогу. Сейчас Дима только прокомментирует. Или не будешь ты? Не, не хочет. Хорошо, давай, я покажу скилл. Давай, брат. Да не, я пройду здесь, ты чё? Конечно, это... Да я... Переобуйся, брат. Да, вот это вот огонь. Смотрите, ну, огонь много жизни отнимает, но сейчас он не отнимает, потому что на нас понтовые ботиночки вот эти вот. Все, у руля Михаил, побежали, пацаны. У-ху! У-ху! Нам предстоит немножко попрыгать на платформах. Здесь перед боссом будет... Ой, не действует это. А, двойные, как-то не очень хорошо. Первый фейл на первой же платформе. Да я сделал, не прыгнул он, собака. Да, наверное. Поехали, пацаны. Все, сейчас по красоте пройдем. Платформы, как бы, они не очень простые. Если вы попробуете, то поймете. Здесь есть несколько нюансов по микроконтролю. Вот на этой штуке я не должен был залетать. Там все будет достаточно... Достаточно просто. Раз, прыг, скок, полетели. Музыка вообще тащит, согласитесь. Прыгали. Пошли. Чик, пригнулись, прыгнули. Здесь у нас надо попасть на маленький-маленький краешек с первой платформы. Опа! Здесь быстрая платформа, пригнулись. Ох, какой удар был мечом вниз. Вот это был поворот. Я знал, что здесь поджидает меня осьминог. С теткой я сражаться не буду, потому что она мне не нравится.
тем более, что я могу еще попадать. А, вот эта платформа классная, смотрите. Здесь платформа, если вы подниметесь наверх, то вы ее видеть не будете, и непонятно, когда падать. Поэтому нужно вот раз, два, три, и на нее хоп. Чик по скиллу, а? Молодежь. Эх. Так, едем дальше, это не все. А, не, все, это все, сейчас босс будет. Ладно, что у нас есть из оружия? Элечку ставим. Да ладно, это лошпед. На самом деле он не такой жесткий, как дракон. Энкаунтер! Ахтунг! Вот вы преодолели все, блин, препятствия для того, чтобы вот этого вот бобра увидеть. О-а-а! Перепрыгиваем, перепрыгиваем, идем в атаку. Дррррр. Главное вот эти вот штуки перепрыгивать. Ой, он пинается еще ногой. Давай уже свою хрень. Ой. Ой-ой-ой. У него разные периоды, когда он... А-а-а! Шарик с одного раза его забреет. Блин, что-то я аркадил. Давай уже умирай, сволочь. Все нормально. Это колосс. Да. Фух. С шариками, как из драгунов, я понял. Я думал, что здесь, кстати, можно как-то забраться, еще туда пойти. В общем, получили мы ключ, получили где-то 1500 алмазов или 1000. Вот. И после того, как вы вот в этот уровень прошли, там ботиночки собрали, там ключ, там убили босса, идете в ожерелье, ставите очередной камешек. Наверху 5 камней, сейчас будет 6, и эпичнейшая просто музыка, которая западает в душу. Жизни, кстати, мало оставалось, я что-то аркадил. Но зато мы Джуи Фрут. И побежали. Вот, и сейчас представьте, вы ботинки не взяли. Вы такие все красивые, идете, ой, а там город, а я не могу забраться. Вот, здесь вы ставите ботиночки. Вот эти вот, и забираете спокойно. Чик-чик-чик. Клево? Клево. Что там? Ой-ой-ой-ой, сейчас... Да, это следующий уровень, огненный. Одной из характеристик его является то, что вы постоянно горите в нем, без специального оборудования. Сейчас я починю щит. Вам нужен специальный огнеупорный плащ, для того, чтобы спокойно гулять по этому левелу. Без плаща вообще нереально, особенно учитывая, насколько жесткий этот самый левел. Вы просто потеряете, если первый раз будете проходить без бумажек, думаю, что потратите несколько часов, может быть, даже больше 10. Алмазы, да, не надо менять. Здесь курс 2 к 4. Какие алмазы? Сейчас посмотрим, может, нам за босса. Но это маловероятно. Нам, скорее всего, не дадут экспы. Но нам зато дали акву, новое заклинание. Мы же пришли в новый город, и нам дают новое заклинание. Аква, 4 заряда. На всякий случай пробуем, попросим посмотреть, что же там в шарике. Sea Powers. Может, нам дадут левелап, но вряд ли. А, есть, дали. Нифига себе. Сейчас, смотрите, у нас будет... Было сколько делений там в мышечку, да? Вот столько вот, да? И... Давай, нормально, давай. О-о-о! Больше, 2,5. Наверное. Сразу же записываемся. Да, а что по заклинаниям? Думаешь, сильно увеличилось? Да, сильно. Вот эти вот первые два. Эфочка была 8, стало 12. Ладно, ставим Макову и идем. Кстати, я неправильно сделал. Надо было зайти уже после битвы с боссом. В общем, сейчас у нас 200 алмазов. Можно зайти в банк, не будем этого делать. А перед входом, это была гостиница, здесь можно отдохнуть, восстановить силы за бабло. А вот огромное здание нас останавливает и говорит: «Помогите! Ужасное существо в хате! Пожалуйста, избавьтесь от него». Мы проходим мимо, банально ничего не говоря, потому что вот надо поговорить с этим товарищем. Он нас предупреждает, что в пещерах очень холодно, если ты не сможешь выдержать долго, у меня есть, что тебе поможет. Это асбестовский плащ, блин, сколько ж он весит, ё-моё, который защитит тебя от жары. Ты хочешь его купить за 2500 алмазов? Если бы я был в первом городе, я подумал, что это шутка какая-то. Но сейчас уже алмазов 200, я не смогу его взять. И идем вот в это вот здание. И сражаемся с монстром. Это, наверное, уникальный случай, когда в городе находится... А, нет, еще же был этот... А, не было.
Вот. И с нами сражается холодец. Мы просто... Просто его унижаем. Просто его унижаем аквой. Три аквы и до свидания. И нам за него дают полторашку, кажется, да. Даже больше. 1600 дали минералов. Минералов и ноль газа. Да, это брат-холодец. Нас благодарят. Квест выполнен. И, соответственно, у нас теперь хватит бабла, чтобы купить этот асбестовский... Все, вот он у нас появился в эквипменте. Асбестовскейп. Сразу его надеваем. А дальше... Да все, наверное, надо записаться и пойти уже мочить козлов. Купить Джуин Фрут. У нас же две штучки. А, и сколько она? 200, кажется, стоит. Там вообще халява какая-то, да. В общем, сейчас снимаем бабло. Обменивать не будем. У нас есть 4... Так, на Джуин Фрут здесь стоит, кажется, 900. И еще, короче, 400 нужно брать. Ладно, 500. Я не хочу лишнего снимать. Да-да-да, все нормально. Да хватит, хватит. Тогда на Джейн Фрут не хватит. Ладно, не будем тогда. Аккуратненько сейчас. Главное, тут уже идет ситуация, когда... Когда нужно аккуратненько сражаться с монстрами. Очень аккуратно. Потому что у вас один... Здесь нету. Берем Джейн Фрут, который восстанавливает все жизни. Но он дорогой, 900 стоит. Прощаемся с девушкой, уходим. И идем сохраняться. 1800 алмазов нужно для одной восстанавливалки ХП. Это ж трындец просто. В первом городе, напомню, курс был 1 к 6. А в третьем городе самый лучший курс 1 к 8. А здесь 2 к 4. 4 к 2, то есть наоборот, да. То есть наоборот, 2 алмаза к 1 золоту. В 16 раз различается курс. Все, и мы идем сейчас в огненные пещеры. Они... Реально опасно. Вот, к сожалению, мы не смогли подключить веб-камеры для того, чтобы показать, как... Что из себя представляет лабиринт, ну, во всей его красе. Но я постараюсь передать драматизм для человека, который первый раз в эту игру играл. Сыграл бы. Так, сразу вырубаем собаку. Переключаемся на элечки. И идем, наверное, еще одна. Хороший удар. Себя не похвалишь. Вниз, да, наверное? Первый ключ возьмем. Да, вот здесь будет наверху. Ой, мы здесь так и не заберемся. Быстренько переключаемся на плащ. Забиваем на этого... Ой, не забиваем. Да ладно, вот он, первый ключ, он очень простой. Открытый практически. Да что ж ты будешь делать-то? Давай. Щит блокирует любые выстрелы. Если попадают по щиту, естественно. Но нам нужно, насколько помню, еще один ключ. Давим собаку. Здесь ненужное ХП. Но нам придется его взять. Выносит нас в дверь, в которую, кажется, идти не нужно. И возвращаемся на начало. Сходим за 1000 голды. Ты помнишь, где она находится? Ой-ой-ой. А второй ключ помнишь где? Да ладно, ты серьезно? Вот эти вот товарищи жесткие. Во-первых, потому что они стреляют. Во-вторых, потому что по ним нужно по голове бить. Ой-ой-ой, вот 1000, кстати, здесь. Недалеко она, как оказалось. Нам нужно попасть, кроме всего прочего, вон в ту дверь. Но это совсем уже другая история. Дим, давай вспоминать. Куда идти? В ту дверь, да? А, да, в ту дверь и вниз падать. Короче, вот первый развод. Я, если честно, сегодня в бане поиграл в Зелиард, поиграл в этот, именно на этом уровне, и никак не мог понять, где найти второй ключ. Ой-ой-ой, зря я зашел. Сейчас придется обратно и снова двух собак мочить. Первый удар. И вот так. Вот, суть заключается... Кстати, если мы сюда упадем, то будет плохо. В воздухе переключаем плащ на сапоги и проходим безболезненно эту штуку. Надеваем снова плащ. Короче, суть в том, что для того, чтобы достать второй ключ, нужно сюда вот упасть. Вот сюда вот упасть, вниз. Не идти вот перепрыгивать, как это логично. Ну, туда еще нужно будет потом пройти, это естественно. Но для начала нужно упасть сюда. Заходим в дверь. И кажется, он здесь совсем недалеко будет.
Нет, не влево, вправо нам нужно, потому что влево мы улетим в самое начало. А здесь перепрыгиваем и идем, здесь берем ключ. Вот он, родной. Вот, теперь мы снова возвращаемся вниз. Вот сюда вот дверь заходим и продолжаем свой путь. Чтобы вот этот вот второй ключ найти, нужно как бы иногда немного, ну, то есть потерпеть. Играя в ниндзя снова, на публику работаем, переключая на плащ, идем дальше. Снова принимаем этого товарища, который сверху идет. Два удара. 100 минералов. Так. И здесь платформы. Платформы, которые проваливаются вниз, на них нельзя стоять долго, поэтому один прыжок и сразу мимо проходим. Идем, идем, идем дальше. Те же самые платформы. Игра очень клево использует ваши чувства. Ой, здесь лучше потратить телечку, наверное. Жестком. Играет на ваших чувствах, привычки. То есть, помните вот эти вот две платформы, которые... Ну, четыре платформы, которые падали. Вот, слишком горячо. Так. Следующие платформы, которые мы увидим. Лучше этого забрить по практике. Ой, Enter не нажимается. Лучше я не буду в следующий раз ракадить. Блин. Хорошо, малыми силами. Следующие платформы, которые будут статичные, они, наоборот, не... Ой, блин! Чёрт! На такой простой вещи сорвался, Адим. Есть фрут. Да внизу начало, скорее всего. А там сейчас нас сюда не пустят, видишь? Если я прыгну, то могу сдохнуть просто. А, не, не самое начало. Или самое. А, во, да, все вправо, нормально. А, не, я не пройду, надо возвращаться. Может, и платформы уже опущены, хотя... Хотя можно же со второй. Или на второй не получится. В общем, суть в том, что мы вернулись на ту же самую... Что это такое вообще? Нифига себе. А нам нужно сейчас прыгнуть вот так вот и вот так вот. Ну, это-то прошли, ладно, но вот наверху я боюсь, что мы не пройдем. Потому что там ближняя платформа загашена. Да ладно. На него акву придется. Не, эфочку, эфочку с огнем. Эф хорошо влетит, да, согласен. А, отлично. Сейчас нужно попасть на угол этой платформы. Вот где-то вот так вот, да? Или... Нет, все. До свидания. Придется вернуться... зайти в дверь. Блин, ладно. И жизни еще мало. Ай-яй-яй-яй, псы. Так. Пьем. Ой, еще там слева один товарищ идет. Выпили, сейчас Enter, поворачиваемся, ударяем, но... И плащик нужно надеть. Но сначала надо ударить, потому что здесь пес. Надеть плащ. Шаг вперед, удар. Я же говорил, что этого делать не буду, сам делаю. И пробуем снова пройти. Это не такой сложный участок, но, видите, запоролся на простые вещи. Да, здесь можно просто... Ой-ой-ой, акву тратить. Может, эсочками закидаем? Сколько влетит в нее? 2, 3, 4. 4 неплохо, да. 1, 2. О, вот так вот надо было в прошлый раз сделать. Гасить вторую. А здесь, да, точно. Все равно не получится. 1, 2. Придется сейчас потерпеть еще немножко вот на этих товарищах. Потому что стреляют они оба. Ладно, пусть падает, так надежней. По одному с ними справляться. Да, этот более беззащитный. Но мы потеряли уже больше половины жизни. Сверху сейчас еще товарищ. Нет, не будет он падать. И дальше еще будет жестче. То есть сейчас мне придется с двумя огненными сражаться. ХП потеряю на этом. Меч не самый сильный, и в результате я в любом случае терплю. Блин.
лучше их просто уже бить, а не пытаться что-то сделать. И мы вернулись к тем платформам, на которых была совершена эта ошибка. Не ошибаемся на этот раз. А, еще вот, нормальный прикол, друзья. Вот вы идете, дошли, прошли. И как бы нужно в эту дверь вроде как, но это ошибка. В эту дверь не нужно. Потому, ну, вы это поймете через, когда вот проделаете этот путь еще раз. А нужно просто вот здесь взять, подпрыгнуть и дойти до этой двери. Как так? Откуда вот? Вот кому это в голову могло прийти? Легкотня, Дима говорит. Дальше будет еще жестче. Помнишь, когда через фейковые стенки, блин, проходить? Заходим. Кто здесь? Кажется, собака удар. Нет, не собака удар, а чувак. Это спуск в начало. Мы не будем спускаться, естественно. Идем потихонечку дальше. Я уже не помню. А, блин. Я очень часто здесь фейлил. Да, я прошел. Если падаешь вниз, что сразу, то это проходить с самого начала. Не то, что вот до этого было с самого начала. Раз. Здесь нужно вот на таком вот расстоянии. Прыжок. Оп, допрыгнули. Здесь, кажется... О-о-о-о! Как мана небесная. Дело в том, что если вы на этой платформе, вот на правой, я покажу специально, вот на этой платформе правой, попытались бы наверх чуть на повыше сделать, или на два деления, то вы головой бы уперлись бы при прыжке в этот, да, ударились бы и упали бы вниз. Просто. Просто-напросто. Так, ну что, вроде как близки. Я на драконе не справлюсь. Естественно, убьет. И тебя убьет. Короче, сейчас, точнее не сейчас, но скоро будет босс, который считается типа одним из самых жестких в игре. 500 голды, кстати, Дим. Ты точно его не сможешь убить? Ладно, хорошо. А, тут же продолжается еще тема. Полетели. Вот. Нас воздушными потоками теплыми несет. Несет дальше. Это ж только половина огненного левела. Если вы смогли преодолеть вот эти те вот перипетии, фейковые проходы, подлеты, где вас должно вверх подкинуть, где вниз. А! Вот здесь я зафейлюсь, я чувствую. Во-первых, выпить Джин Фрут, сделать акву и последнюю акву выстрелить. Это был провал, конечно, с моей стороны. При том, что не нужно было вообще на этих панелях все равно мне спускаться вниз. А, здесь не спуститься, точно. Только сверху, здесь воздушный поток тебе мешает. Да? Я правден? То есть ты здесь не можешь пройти. Тебе нужно наверх. Наверх, назад возвращаться и... Да, отлично, они респаунятся еще. Собаки бегают. Каждый из этих юнитов может вас просто... Блин, быстрая панель. Может сбрить, если, например, вы щитом не повернетесь в лицо к человеку. Да ладно. Я-то забью на него просто. Это самый уязвимый. И вот забираемся наверх. Да ладно, блин. И нам сюда нужно, оказывается. Причем нужно коротко прыгнуть. Тут раз... Нет, как раз не коротко. Там надо было полный прыжок сделать, да? Через эту. Либо два коротких заблаговременно с центра. Ё-моё. Я уже забыл, что здесь. И это, друзья, это не самая сложная часть огненного левела. Дальше будет жестче в том плане, что... Решили, типа, надежно сыграть двумя маленькими прыжками. Бум! Хорошо. А-а-а! Столько фейлов. Сейчас еще сзади подойдет. Блин. Какие-то батлтотс. Не, ребят, батлтотс по своей собственной практике. Это вообще... Сейвимся, да? Рестор. Ладимся. Ух, подожди, а что у нас есть? Плащ есть. А, мы два ключа не взяли, да? Отдохнуть, чтобы было больше этого. А как у нас получается? После... Идти просто, да? Окей. Когда второй ключ? Да, к началу, я помню, да. Хорошо, план такой сейчас, друзья. Берем два ключа, берем тысячу голды,
И возвращаемся. Во-первых, могут дать левел, во-вторых, мы обналим заклинание, в-третьих, мы запишемся, потому что игра не дает права на ошибку. Ну, она дает право на ошибку, но... Кстати, надо же этот сделать, плащ. До дракона записаться еще, да? Естественно. Ну, конечно же. Так, а что у нас дальше? Этого убиваем, идем вниз. Дальше возвращаемся... Да, ну пофиг на это, да. Сюда не надо, возвращаемся назад. Да, и вниз. Ну ладно, сейчас можно тратить КП, учитывая то, что мы вернемся. Да, сейчас мы падаем на закрытую дверь. Открываем, убиваем двух псов. Ну, уже знакомые места, да? Пять! Ну, я просто из-за того, что он меня толкнул, получил ей удар, я на клетку назад отодвинулся и зашел в дверь. А так-то не должен был, конечно же. Все, собаку убиваем, заходим в дверь, берем сейчас второй ключ. И, кстати, надо будет взять все-таки... Перепрыгнуть здесь надо. Я прыгал, кстати. Ладно, хорошо. Сейчас еще одна собака. Собака-барабака. Не надо было нажимать. Да, я чувствую, город это будет просто жизненная необходимость. Так, сюда. Подходим. Прыжок. Ключ. Хорошо, взяли. После этого здесь поток. Нет, здесь нет потока. Вниз, вправо. Нет, сейчас я возьму штукарик здесь вообще. Штукарик на дороге валяется просто. 2000 алмазов, да. И зачем-то я не туда пошел. Убьем этого, поднимемся наверх. И кажется, наверху слева будет город. Если мне не изменяет память, она это делает довольно часто. Да. Хорошо, сейчас пробуем левелапнуться. Закупаем сразу же... Ну, чиним щит. Заходим сразу, чиним щит. Жизнью? Одну, может, две? Дракон, Дим, дракон. Да, 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 обе. Тем более, да, дракон еще. А, Сабриойл обязательно надо взять. Есть, да, один? Дело в том, что по ощущениям многих игроков, кто в Зелиард играет, а таких миллионы, дракон является самым жестким боссом, в принципе, во всей игре. Учитывая то, что... Что? Мечи и щиты? Да, давайте, смотрите. Мы ничего не будем покупать, тупо потому что у нас бабла нет. Но можно посмотреть на Buy Weapon. Вот, например, есть Illumination Sword за 35к. Для того, чтобы его купить, ну, самый простой вариант, это накопить 5000 алмазов, вернуться в третий город, обменять их за сороковник и пробежаться по всем уровням, которые были до этого. Это гораздо быстрее пройти вот все 6 уровней до этого, чем накопить здесь 70 тысяч алмазов для того, чтобы купить этот sword. Мы, конечно, попробуем его купить, но он говорит, сори, у вас с собой мало золота, все дела, телетили-траливали. Можно также посмотреть на щиты. Titanium Shield, еще наиболее жесткий, 40к, просто до свидания. Цены очень жесткие цены. Уходим отсюда, слюнки потекли, конечно, но ничего не сделаешь. Проверяем, вдруг нам дадут сейчас... Sea Powers, но записываться я сейчас не буду. Сначала зайду в Inn, зайду в Magic. Ну что, настрелял? Нет, you must accumulate more experience, говорит она. Тут хоть и есть экспа за монстров, но я уже повторял об этом на трансляции. Нет некого, никаких порогов, там, когда у вас будет level up, нет общего количества экспы. Наверное, нужно в банк сходить было. Зачем? Потому что там не хватит на 2 Джуин Фрута, у нас там место по 2. Кажется, по 2 же места, под 1. Прикольно, то есть мы не тратили еще. Покупаем Джуин Фрут, который нам позволит... Нет, больше ничего покупать не будем. Который восстанавливает все жизни. Нас приглашают зайти еще разок, и вот как раз остается бабло для того, чтобы зайти отдохнуть в гостиницу, восполнить... Заряды акв, восполнить хпшечку всего за 200 голды. Потратили, поспали. Вот, восстановились аквы, восстановились хп. Это реально дешевле, чем
чем отпиваться бутыльками, естественно. И идем сейчас охраняться. Мы во всеоружии, два ключа у нас есть. Идем через лабиринт к боссу. Но проблема заключается в том, что у нас есть маленькая карта сейчас. Я еще не дошел до хардкорного места. Нам влево или вправо? Вправо, да? Не дошел до хардкорного места. Суть в том, что если вы... Ну, когда вы дойдете до этого места, взяв там два ключа, пройдя вот эти вот платформы, они-то не самые сложные в этом левеле, вы попадете в некий лабиринт с большим потоком... с большим количеством невидимых потоков. Да, они выбрасывают вас в разные самые стороны. Да, нам вправо нужно, кажется. Вообще нам влево надо было идти. Что-то я вообще как-то странно иду. Сейчас меня опять выкинет к главному этому. Надо вниз было сейчас идти просто. Ну, сейчас. А, ты про этого. Обойти его, думаешь? Вот, и нам сейчас вниз нужно. Вот, и в этом лабиринте много как раз невидимых потоков. И если вы один раз ошибетесь на невидимом потоке, а с первого раза, я уверяю вас, вы ошибетесь и не один раз, вас перенесет в самое-самое начало. Вот, поэтому... А учитывая то, что лабиринт, он весьма и весьма такой... Ну, он похож. Вот эти вот все проходы, двери. Двери надо фиксировать, ну, нумеровать там. Сейчас там нас... К нам гости, кажется, пришли. Вот, нужно подписывать двери, нужно смотреть, какой поток тебя выкинул. То есть, где можно ходить, где нельзя ходить. И в результате получится такая карта на где-то половинку листа А4, убористо, на которой будет нарисованы где-то 4 двери, с полдюжины спусков. Вот, и вы должны будете уже там, когда вся картина у вас перед глазами будет, уже безошибочно это пройти. Но мы очень трепетно относимся к вашим нервам. Там один товарищ написал в комментариях, что неинтересно смотреть, когда ты не видишь, когда ты играешь не в первый раз. Но и учитывая то, что я не в первый раз играю, фейлов все равно хватает. А если играть в первый раз, то на всю игру, я думаю, понадобится... Ну, там десятки часов. Это вам не Dead Space, который можно пройти за там 16 часов спокойно все левелы на там высоком уровне сложности, ни разу не играя. Не осилите, не осилите, уверяю. Вот опять, стандартный момент, да, вроде пришли, вроде вас отвлекает монстр психологически, доводит до двери, вы с ним сражаетесь, вот она дверь, вот она цель, хрена с два. Тут нужно подпрыгнуть и в эту дверь зайти. Это... И таких моментов в игре полно. Действительно много таких моментов. Так, еще одна тема. Надо здесь просто четко, спокойно пройти, потому что если мы упадем, мы окажемся в самом низу. Так, да? Оп. Оп. В самом-самом начале вообще, в самом начале. Причем с огненными сразу же. Не очень приятно. Все, перебрались. Здесь 500 голды, хорошо, этого гоним. Пусть летит. Фух, ладно, главное не зафейлить здесь, поехали. Спокойненько убираем огненного сверху в прыжке несколькими ударами. Убрали, теперь это, платформа, хорошо. Два коротких прыжка сделаем, раз. А, отлично, план удался. Повезло мне еще с платформами. Блин, а здесь не повезло, только акву. Убиваем сразу всех. Да, я дважды зафейлил. Что говоришь? Не всегда... Я думал, там цикл двойной, а у них вообще все... Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Надо валить было, потому что если я еще там один цикл подождал бы, то он бы ко мне со спины на платформу, это мало приятного. Снова вынужден сражаться вот с этим товарищем. Учитывая то, что меч у нас не самый клевый, надо нанести 4 или даже 5 ударов. Снова на платформу. Блин! Уходим. Блокируем. Так, как там короткий?
Или, подожди, мне нужно встать на край самый, да? На края, да? С самого края, с дальнего края, я понял. Я понял. Тут нет такой... Нет четкого сейчас понимания, как нужно на той платформе прыгнуть, чтобы 100% забрить. Ой, там внизу меня ждут уже товарищи. Так, хорошо. Вернулись. А, чтобы не видеть его? А, нет, нельзя. И он мог скинуть меня. Значит, здесь самый край, прыжок длинный. Самый край, прыжок длинный. Все, понял. О, как же меня... Все, да, дошли. Хорошо, жизни. И здесь нельзя, здесь стенка. Нам нужно вниз спускаться. Мы не могли здесь пройти вот справа налево, потому что здесь воздушный поток. А эти могут, педагоги. Ох, ты ж ежик. Опасный момент. Да, Эльку надо было кидать. Потому что когда двое стреляют, вас пробивают, как пока вы прыгаете. А вы должны прыгать, чтобы... А, не, не должны. Можно сверху стрелять, да? Так, едем дальше. Здесь как бы не допрыгнем, но здесь воздушный поток. Он переносит. Здесь тоже как бы воздушный поток он переносит. Здесь нужно пригнуться просто во время и прыгнуть в конце. Здесь главное не упасть. Простая тема, но не падаем. Вправо нас перенесет в самое начало, поэтому заходим. Вот с этого момента, насколько я понимаю, и нужна карта. Вот мы оказываемся здесь. А, здесь же ключ еще ж нужно брать. Пацаны, проблема в том, что нужно сначала взять ключ. А, взять ключ и потом вернуться все равно сюда. Дима, где ключ? Можно карту? Я что-то не хочу. Кажется, он вниз просто падает. Сюда нужно, на ключ. Да, просто... Да, на ключ. Вот он, ключик, да, взяли. А может, есть выход с этой штуки, а? Может, есть по лабиринту сейчас аут какой-то отсюда? Я сейчас прямо на ключе. Вот на этом, да. S1 куда перенесет? А, кстати, в S1 можешь зайти? Могу. Там сундучок. Сундучок будет? Посмотрим. Я вернусь обратно. А-а-а! И что делать? Все по новой? Ты знаешь, как в ролике, да? Все, Миша, все, все, давай по новой. Сейчас нам напомнит цитату, я чувствую. Ну что, возвращаемся, да? Вернуться проще простого. Вот, все, мы уже вернулись. Вот я сейчас зафейлил, не туда пошел. И все, и можно возвращаться сюда. Да, в город. Сейчас нам левелап могут дать. И вот... Все, вот представьте, вы дошли до того места, вот мы дошли до этого места, и вы могли тоже дойти до него. Одна ошибка, и вот вы раз, и уже в самом начале игры. Хоп, такое удовольствие охрененное. Просто вот вы уже в самом начале. И это часто будет происходить тогда, когда вы будете вот в этом лабиринте метода проб и ошибок пытаться понять, какой, где какой поток. Блин, мне хочется показать эту карту, блин, чтобы... Ребята заценили, а но вот потом это вот карта последнего левела, которая на трех листах по это. Друзья, друзья, это хардкор просто. Мы, если вы играли в Зелиард, у вас такие чувства должны возникать просто. Ну и мы видим по комментариям, что они реально возникают. Если вы не играли, просто для истории, что называется, очень просто важно понять, какие игры были 20 лет назад, потому что одну игру, когда я на The World, да, делает один, рисует один, кодит один, музыку только делает, они вместе, там, спецэффекты они делают. Вот. И какие игры можно было сделать, что они прям тебе бросали вызов, что они заставляли тебя почувствовать полным лузером, неудачником, и мы же не смогли ее в детстве пройти, так и не смогли. Нет, Зелиард. Зелиард не смогли, да. Смотрим. Есть! Нам дают level up! The light of spirits is. Это значит, что после этой фразы мы получим левел. Смотрим, сколько. Да, два деления. Отличненько. Записываться пока не будем. Хотя нет, можно уже все записаться. Все, щит за... Все полное, мы же не использовали никакой, никакие ништяки. Да, мы продолжаем наш квест. Нет, все, я домой пойду. Сейчас побыстрее побегу. Заклинаний. 24, 36. Я не помню, 12 было эпок? Кажется, так же, как было, так и осталось.
кто там что сказал, мы фейспалмы. Что, как игра называется? Название трансляции гляну. Зелиард. А, справа надо, да? Справа, вниз, влево, уход, удар вниз. Хобана, да, с разворотом мячом. Вчерашнего стрима не будет, там YouTube проглючил каким-то макаром и не записался. Я не знаю, что такое произошло, но очень расстроился сам. Да, ломай ему ноги. Сломали ноги. Прыгаем. Так, ну и проделываем тот же самый путь. Сейчас я попробую просто это сделать. А на дракона тебе нужна аква, Дим, или не нужна? Желательно, да. Давай я буду бить стоя теперь, не прыгая, а стоя. Так больше вероятность того, что заблочим удар щитом. Потому что когда ты прыгаешь, у тебя диапазон открытого туловища. Да это сложно. Я понял, я попробую. Вот. Все. А. Понял. Бить, когда он не стреляет. Прыжок! Я Нео, блин. Так, ну давайте его убьем, потому что соточка минералов на дороге не валяется. Опять вот эта вот штука. Ну, проходим ее аккуратненько, не рискуем. Если я слишком высоко поднимешься, то что? Перелетишь? Не, я не буду пробовать, Дим, извини. Я не буду перелетать. Потому что эти все воздушные потоки, они мне как-то не очень нравятся. Давай уже падай вниз. У-ху! Зря, кстати, это так спокойно делаю. А здесь можно попрыгать, а потом... Так, ладно, значит, длинный прыжок с конца платформы, длинный прыжок с конца платформы. Конец платформы, длинный прыжок. Отлично. Ой-ой-ой. Блин, ты сволочь! Это же все продумано, это тот самый, которого я не убил, которого я скинул вниз. Блин. Нейтрон разочарован моей игрой, что где-нибудь? Нейтрош, привет. Ладно, еще разок сейчас будет прыжок, проверка на... А, блин, еще один. Раз, прыжок. Так, теперь нам, типа, никто не помешает. Оп, кроме кривых рук. А где бутылек с жизнью? А, я его выпил. Вот это подстава, пацаны. Такой вот подставы я не ожидал. Давай эвками закидаем их. Ибо акву тратить тебе не с руки, да? А-а-а, по красоте на бешеном микро. Ну, правда, собаку сейчас не замочил. Акву, думаешь? Да, потому что что-то уже половина жизни, а мы... Да, еще могут быть падения, еще могут быть монстры. Здесь собака сейчас, кстати, будет. И даже учитывая то, что ты, казалось бы, знаешь всех тварей в лицо, это не дает тебе гарантии, то, что ты молодец и все пройдешь. Так, заходим, все. И попадаем сюда же, да? Вот очень сейчас важно, очень. Сейчас собака сверху. А, блин, да что ж ты... Собака такая. Подожди, Дим, давай на карту взглянем. Вышли отсюда. Вниз поток. Не перепрыгнуть обязательно. Ой-ой-ой-ой-ой. Короче, я вам заранее расскажу, потому что могу зафейлиться в этом моменте. Помните, там, где мы упали и взяли ключ? Там нужно перепрыгнуть через простую вещь, казалось бы. Но если вы просто бежите и прыгаете, то вас встречает пес и с разбега вас скидывает вниз. И вы опять должны все проходить с самого начала. Вот, поэтому сейчас очень важно делать по шажку и очень-очень аккуратно. Или прыгать с элькой, да. Но с элькой... Он, кстати, не это... Здесь будет. Один, кстати, сзади может быть. Давай, ты где?
Вот это сволочь! Вот я знал, что педагог сзади может зайти. Я нажимал Enter, ёп, студей! Такой, блин, хардкор, я тут, ну, все же, собаку сзади убил, перепрыгнул, Элька убил, но сверху еще, блин, третий пес. Зилота не валят три собаки, четыре собаки валят Зилот, и если контролить, ну, если, а если у Зилота контроль будет? А, у меня не было контроля, спасибо, брат. Ладно, ребятушки, простите меня, я зафейлил. Ну я предупредил, что фейлы будут. Миша, тебе никто денег не даст. Это из ролика про предвыборную. Так тебе никто денег не даст. Все фигня, давай по новой. Что-то начал чмокать. Откуда ты знаешь, нормально или ненормально? Кстати, надо было налево идти. Я уже... Или нет? Да, налево, все правильно. Удар вниз. Собака слева, справа, две собаки! Ребятушки, ну я извиняюсь. А вы говорите, блин, неинтересно смотреть, когда... Что там? Ой, уход. Ой-ой-ой. Ой-ой, да иди уже, все, иди, иди, иди домой. Короче, смысл в том, что... Все плохо, друзья. Я хотел сказать о том, что, опять же, вернуться к комментарию. Неинтересно, когда знаешь, что, типа, люди как проходят. Вот, ребята, смотрите, вот это огненный левел. Мы знаем, как его проходить. Мы его проходили. Где результат? Могете, да. Да. Выманили, чтобы акву не тратить лишнюю. По красоте, на бешеном микрекреативе. Нет, красного не будет, обычный будет. Наверху два будет красных. Ты покажешь? Ну ладно, хорошо. Дима садится. А, не садится. Ну окей, давай. Я молочка попью. Так, и сейчас Дима показывает, как нужно терпеть от монстра, чтобы тебя скинули назад. Ну здесь-то любой сможет. Вот тебя и пробили. На втором покажи сейчас. На втором, сейчас второй будет. Как его нужно без потерь убивать? Вот он идет. Ты стоишь, ударяешь, ударяешь, ударяешь. И что? Нет, я понимаю, но... Понимает, то ничего не делаешь. А если он тебя в щит бьет? По щам тебя бьет? То есть это нормально, да? Щит нормально, хорошо. Мутону это не страшно, щит это нормально, я понял. Как у тебя щит умрет? Поехали. О, вообще классно. Да, уже ходим как по знакомому уровню. Да, сейчас как раз новые игры совсем по другому принципу сделаны. На Эльку? Нет. А, да, помню. Сбрею. Сбрею, сбрею, хорошо, понял. Элечку не жалко. Сейчас игры, конечно, более, гораздо более казуальные. То есть это... вот он, собака. Накосная. Это тот я педагог, я хотел сказать, блин. Простите, но мы запикаем, друзья. Я вынесу себе предупреждение за маты. Дим, вынеси, пожалуйста, пока. Нет доступа? Блин, я сказал педагог. Я хотел сказать педагог. Он реально запорол там нам много времени. Что, Элькой делать или Эфкой выманивать, давить их? Все, ребят, я вынесу все предупреждения, помяните мои слова, вынесу за маты предупреждения. Хоть и оговорился, хоть и... Элькой? Да ладно. Давай эсочкой. Он же сейчас блочит. Вот тебе раз, вот тебе два, вот тебе три. Ой, собака, блин, прыгает, барабака. А, педераст — медицинский термин, все нормально. Говорит, кстати, Экситиум. Ладно, по красоте. Блин, все равно. Там будет красный Эльку делать? Нет. Да я боялся, что он подойдет еще сейчас ко мне. Лучше пропустить. Отлично, с малыми потерями.
А, вон, Майкер по причине уроки. Что за уроки? Нас уже высшие давным-давно. Давным-давно. Да, пидерас может быть термин, а вот то, что я сказал, это уже... Ой, сейчас собака может прыгнуть по голове этого гада. Ой, я знаю этих псов. Реально, она же может запрыгнуть. Так, главное не упасть, не упасть, не упасть. Сейчас еще собака сверху прыгай. Ушли. Потоки пошли. А, я же еще здесь, дальше могу упасть, вон на том. И если упаду, то сразу на тех трех с высокой вероятностью. Вот здесь вот, если упаду. Падать не надо. Все, зашли. Зашли. Все, мы находимся в этом же месте, где и были. Собака сначала. Подожди. Так, собрался, собрался. Я помню все то же самое, да. Песика валишь, заднего песика... Да, вот песик сзади, убит. Песик спереди, песик сверху. А, отлично. Теперь что по карте у нас там? Песик сверху сейчас будет. Ага, он еще бегает, как сайгак. А, ну хорошо, так лучше. На веревку, так. Вот влево-вправо это неправильно. Сейчас еще один пес. Ты пес! Куда? Налево, сейчас налево. Понял. И на веревку. Это пес. Я думаю, не в сторону сундука, потому что это... А, это босс как раз, чтобы подлечились. Я не хочу подниматься, потому что это... Это может быть... Может вообще плохо кончиться. Меня могут столкнуть... Влево, ой, вправо, например. Так что лучше его вот так вот выманить, этого пса. Там был еще один, да, но успеем. Жизни. Все. Куда? Налево, не направо? Налево. Ну, бог тебе, судья. Вниз? Не наверх. Чувствуете, сколько вопросов возникает? Влево? В двери зашли. Все, прошли. А что дальше там? Дальше карты нет. Карты нет? А мне кажется, эти штуки падают, нет? А, нет. Панельки эти падают. Раз, два, три. Пошли. Вот тот лабиринт, когда... Да, вот он босс. Ой-ой-ой. Здесь ХП, скорее всего, да. О, не, я фейлить не буду. Я помню, с драконом пробовал раза два, и только с третьего, с четвертого его прошел. Короче, сейчас мы помажем саблю. Сейчас сядет Дима играть, потому что я пощажу ваши нервы. Нет, ты же, по крайней мере, помнишь, когда он клюет, когда он хвостом бьет. Два мощных. Вот. Давай, Дим, все-таки у тебя опыт побольше. Садится старший брат играть. Дмитрий, владелец контрольного пакета акций Good Game. Фух. Давай, с богом, Дима. Не забудь саблю намазать. Поехали. У нас есть 4 лечения. Если что, энтер резко. Так, самый сложный босс в игре. Это дракон. Аква, да? Ё-моё. Дим, ХП. Ой-ой-ой, значит, на дальней дистанции он бьет, надо пригинаться, потом сокращать дистанцию, не сокращать, отходить. Окей. А, блин. Три дыхания, одно вблизи, другое среднее, третье дальнее. Все. Давай ты сейчас будешь, потому что сейчас привыкнешь к прыжкам, к ударам. Давай. Да, ребят, это хардкор. Просто представьте, сколько нужно было проделать... какой нужно было проделать путь для того, чтобы дойти до дракона. И чтобы он вас покарал. При том, что Дима знал, что с ним делать приблизительно. Все равно...
одно пропущенное дыхание, у вас больше половины жизни сносится. Да, давайте просуммируем. Значит, у нас нужно найти один ключ, нужно найти второй ключ. Нужно как минимум в двух местах... в двух местах найти скрытые темы, типа упасть сюда для того, чтобы... А здесь вот подпрыгнуть для того, чтобы увидеть. Вот. Да, молодец. Сейчас Дима разогреется, тем более, что как бы с непривычки не очень прикольно играть. Попрыгает, побегает, поударяет, что самое главное. Вот, после этого нужно преодолеть лабиринт с воздушными потоками. И по памяти там это сделать реально довольно сложно. И только после этого вам предстоит умереть от дракона. Причем не один раз. Ощущаете, да, масштаб трагедии? Вот мы доходили до 6-го левела, насколько я помню, в детстве. Вот здесь вот мы как раз и останавливались. Мы даже до дракона не доходили. Да, здесь клавиатура весьма странная. Поднимаемся наверх, меняем снова на плащ, чтобы не гореть. Пропустил выстрел. Прыжок вверх. О, ничего себе прыжок, вот он. Готика 2 круче этой игры. Ок, ну нельзя сравнивать такие игры. То есть... В Готике, безусловно, все на порядок лучше в плане там звука, графики, проработанности там диалогов, персонажей. Здесь тогда технология 20 лет не позволяла. На один ниже. Можно так, да. Технология не позволяла делать просто такие игры. Поэтому, во-первых, можно было делать хорошие игры буквально в одиночку, если есть талантливый разработчик. И компенсировать, ну, как бы, недостаток, да, графики интересными как раз вот задумками, головоломками. Ну и с другой стороны, зачем среднестатистическому американскому, например, тому же самому геймеру, да, который... они вообще на приставках чаще всего. Зачем ему как-то мешать проходить игру? Зачем какой-то вызов нужен? Это вот... В там, компьютерном спорте, в киберспорте, когда ты с человеком играешь, там уже идет игра эсочкой. Когда идет игра против человека, они, ну, то есть посредством современной игры, но против человека, это вот уже челлендж такой. Сжег собаку. Ой, опасно. Что ты хочешь? Курсор? Можешь сейчас сходу назвать самую хардкорную, по твоему мнению. Вообще, Зелиард, наверное, самая хардкорная, потому что нам ее так и не удалось пройти. Из всех, наверное, там, ну, полусотни игр, в которые мы играли в детстве, самая хардкорная — это была именно Зелиард. Или что-то еще один. Не, ну, какие еще не прошли? Что еще? Risky Worlds? Нет, не помню. А, Risky! На этом, на Спектруме. Да, здесь есть право на ошибку. То есть, просто игры разные. В тот же самый Dead Space, последняя, наверное, игрушка, в которой из современных я играл, там даже на самом высоком уровне сложности не так сложно. Далеко не так сложно. Так, аккуратней, Дим, аккуратней. Сейчас собака сама придет к тебе сверху, да. Собака справа. Подходишь к краю. Подходишь к краю, он же не всегда прыгает. Да, неважно. Нет, ну можно. Можно вот сюда вот и наверх. Например, наверх сразу. Или как? Ой-ой-ой. Опасно. Серьезно? Это не то. Выпей бутылек.
Да. Ну, попробуй. Мне кажется, это не тот спуск, в принципе. Да, видишь? Или тот? Ты помнишь, куда идти? Нет, не тот. Это не тот спуск. Да, все-таки цена ошибки слишком высока. Да, здесь простой этот. Нет, из современных я, к сожалению, ты не слышал I Wanna Be The Guy. Это игрушки, не знаю, у тебя эльчики закончились. Уже, наверное, раз в седьмой мы в этом месте, по разным самым причинам. С-очками, да. Четыре штуки нужно, последний. Угу. I Wanna Be The Guy, жесточайший хардкор, тебе стоит ознакомиться. Любопытно. Ой, ты опасно, кстати, прыгал. Здесь лучше спуститься от него. Назад просто. А, там второго нет, нормально все. Space Quest, да, вроде играли, но что-то немного. Нас как-то на квесты не очень перло, потому что времени банально было мало на игру. Обычно там жестко нормированное количество часов в день, там один или два часа. Вот. Поэтому квесты это не наш выбор. Правда, и Зелиард мы не играли так уж, чтобы специально уже потом, потому что реально она очень много времени занимает. Ладно, вроде как мы уже приближаемся снова к этой вот теме. А, нет, еще нет. Еще уж нужно панели пройти. Так, ну эти панели проходятся просто аккуратно. Да, один прыжок. И здесь можно сразу прыжок. Twisted Metal 2. Twisted Metal это, так скажем, просто аркада, в которую прикольно играть там, вдвоем. Кажется, вчетвером даже в нее можно играть, хотя могу ошибиться. По сплитскрину вдвоем точно можно играть. Насколько я помню, у меня было две любимые машины. Это гоночная, которая вихрем там заворачивала. У нее были хорошие показатели, чисто как у машины. И, наверное, самая халявная была эта машина, за которой ты, Дима, играл, с хоминг-миссилями, если помнишь. Просто хоминги, хоминги, хоминги. Да, сжёт элькой. О, хорошо, собака сжёг. Здесь... Зачем? Ну, как хочешь. Притом, она где-то два удара у тебя только сэкономила. Это магия. Ну, пока что ровненько. Прошел Дима платформы. Не думал пройти Doom 1, Doom 2 с версией с разрешением 1920 на 1080. А там смысла такое разрешение ставить нет, потому что все равно там пиксели 640 на 480. Ну, потому что там текстуры нарисованы изначальные. Если, конечно, есть какой-то Special Edition у Дума, специально под HD. Так, понеслась. Давай, давай. Ты, главное, это самое, с это, дракона завали. Там что... Да? И ты его просто... Ну, блин. Я не уверен, что нужно ждать просветления. Я буду ждать собаку сверху. Блин, да ты сволочь, а не пес. Так, этого замочили. Сейчас будет пес слева. Давай уже, пес, я знаю, что ты слева подойдешь. С разворота мечом по лицу сейчас. Отхватишь, друг. Опачки. Да блин, сволочи! Псы, ладно, прошли.
Сейчас главное аккуратненько не зафейлиться, Дим. Ты штурман. Две собаки наверху по курсу. Вверх налево. Ай-яй-яй-яй, вот они топ. То, блин, перепрыгивают, то... Там будет, правда. Вот. Если чуть вправо идешь, то до свидания. Кажется, больше не будет никого здесь. Во! Наверх? Налево? Я пошел. Как же меня бесят псы. Надо заранее ударить. Наверх, да? Ну, давайте, псы. Ты пес. И последний пес. Давай, падай. Ох, по красоте его. Свертухана-то, а? Так, жизни. Что дальше? Наверх. Налево. Я уже переспрашивал этот момент. Раз, два, три. О, вообще по красоте. И вниз, да? Вниз. И в дверь, да? Все, прошли. Это исключительно по схеме, друзья. По схеме. И мы уже у дракона. Так, Диман. Точно не хочу. Я его, блин, уже боюсь, этого хрена. Мы потратили с тобой 15 минут только для того, чтобы дойти до него. Педагог. Все, передаю штурвал Диме. Стук из двери слышен. Это явно дракошек нам ломится. Помашь саблю. Enter. Лучше все бутыльки сначала потрать. Если даже есть риск, половина там ХП, лучше перестраховаться. Не, дракон не последний босс. Так, смазали. Есть три хилялки. Заходим, поехали. Так, три пламени есть у него. Дальняя дистанция. Ближняя, ближняя. Это была ближняя. Лечи сразу же. На ближней нельзя с ним вообще стоять. Сейчас будет средняя. Да, вот на средней надо к нему подходить. Это была средняя. Нет, это ближняя. Это средняя. Ближняя. Аквай, аквай, аквай. Его назад. Фак! Действительно, меч. Меч купить, думаешь? Обменять, купить меч? Алмазов не хватит. Там тридцаточка, да? А, он здесь? Или хватит? По курсу 1.8 хватит. 8 на 4, 24. В банке еще четверочка, 28. Еще 4000 заберем, пока и будем идти к нему. Не соберем. Соберем. А. Короче, есть план сейчас сбегать за более хорошим оружием. Придется вообще все проходить, и шестой тоже. У-у-у, нет. Шестой это жесть. Опять. Ну, на самом деле он поменьше, чем седьмой. Ну, конечно. Не факт, что меч поможет. Ладно. Как примем? Что примем? Какое примем решение? Все три левела. Короче, друзья, есть предложение пройти все левелы заново, пробежаться по ним, для того, чтобы получить Elimination Sword, который там в 100-500 раз сильнее. Подожди, а следующий меч-то у нас на халяву достанется? Голосовалку. Ну, уровни все будут очень быстро пролетать, потому что сейчас у нас такое количество ХП и такое количество ништяком. Ништяков, что там боссов не будет уже, все. Просто пробегание будет левелов. Это займет где-то минут, наверное, 20. Но зато у нас будет много бабла, и мы купим меч. Возвращаемся и покупаем меч. Второй вариант. Пробуем убить дракона. Пробуем убить дракона. И все, наверное, да? Я упырь оставил, да? Голосуйте, друзья. Я проголосовал за я упырь. 50% тоже. Возвращаемся, покупаем меч, пробуем бить дракона. Да, возвращаемся, покупаем меч.
А нам хватит ли побладим? Два по курсу 1 к 8. Давай тогда я пробегусь быстренько. Там ты 6 левел побежишь, а я дальше. Так подожди, ты сейв сделал. Все ты хочешь. Через первый левел? Нам только на третий нужно, да? А, я понял тебя. Как ты хочешь вернуться? Зачем? Что ты сделал? Ты выжрал Джинджи Фрут. Зачем? Я не понял тебя. Я просто не понимаю, что хочет Дима. А, он хочет купить артефакт. Палку-переносилку. Называется он Кью-Кью Физер. За 350 голды. Это палка с крылышками. Переносит вас на первый левел. Артефакт. Просто дракона реально сложно будет убить. Может, щит купим, а не меч? Щит не помогает, да. Ладно, элиминейшн так элиминейшн. Все, и палочка с крылышками. Юзаем. И перенеслись с самого начала. Давай, давай. Или хочешь сам? Если хочешь сам, давай. Первый левел, друзья. Первый левел. Убей лягушку называется. Не задержимся нигде вообще. Потому что... Ты куда? А-а-а, здесь такие фишки есть. Хоп, хоп, и ты уже в дамках. Второй город сразу же. К боссу решил зайти, Дима. Зашел к крабу, краба нет. И уже во втором городе. Прикольно. Слушай, так везде, много где будет. Второй город. Пробегаемся мимо. Зачем назад возвращаться? Или нет? Или здесь не действует такая тема? То есть вернуться назад не пом... А, нет, все, забей. Второй левел. Дима пытается понять. Ну, очевидно, нам наверх. С применением сапог мы пробираемся куда-то. Я надеюсь, что это... Что это где-то близко уже к... Да? Ой, такие здесь вообще дети, вот эти вот товарищи. Ой, пробил тебя. Зашли, сейчас будет... Ну, маленький левел, пробегаем мимо... А, нет, это уже... Да, я понял. Вот, и в третьем городе нас ждет самый клевый курс. Курс 1 к 8. Мы получим 32к на обмене. И, соответственно, сможем купить Elimination Sword. О-о-о. Ну, по крайней мере, у нас будет... Мы проходить быстрее будем до дракона в том числе. Потому что Elimination там будет с одного удара убивать большинство монстров. Я, правда, уже его с трудом помню. Посмотрим, как он выглядит. А разве меч не 38 стоит? Нет, 39, если быть точным, стоит... стоит щит. А меч стоит 32. Но, в крайнем случае, у нас есть разница еще 4К. Что ты делаешь? Ты боялся Коли? Они же здесь вообще лол отнимают. Коли эти... Вообще быстренько. Не задерживайся. Да, вот сейчас быстро. Shining Forge попробуйте пройти, реально интересно. Вот это был здесь главный монстр. Shining Forge. У меня уже уши болят в этих ушах. Вот он, третий левел. Да, проходятся они реально быстро. И именно здесь мы осуществим обмен 4000+ алмазов на голду. Кроме того, мы сразу пойдем на четвертый левел, учитывая то, что здесь такой проходной город. Мы попадем, учитывая то, что у нас есть и крест геройский. А на четвертом мы можем... Это, там у нас уже сразу ботинки есть. Вот, пересчитываем. Ой, бабло пойдет сейчас. Ой, 10, 20, 34, 500. И все в банк.
Кстати, рекомендую этим записаться. Очень рекомендую. И вот у нас на депозите уже 34 с половиной тысячи. Старичок рад, улыбается, ржет реально, но в глаза, что мы оставили. Вообще депозит — это когда ты кладешь деньги, а тебе процент еще какой-то начисляется. Вот, может, ты, кстати, продвинулся на лягушках. Записались и побежали дальше. Сейчас мы быстренько уже, ну, то есть сразу же в четвертый попадаем, по сути. Не-не-не, какие лечилки? А, не, дешевые лечилки здесь говорят. А, у нас буквально одной не хватает. Они здесь по 300, кажется. 240 даже? Ничего себе. Так, вот здесь была птица. Жалко, боссов нельзя по второму разу. Я бы здесь отомстил бы с таким мечом птицы за все, что она сделала со мной в детстве. Так, и мы попадаем в ледяной уровень. Дима сразу надевает сапоги, которые не позволяют скользить. Так вот просто по льду. И... Да, право и наверх сразу, кажется, сейчас нужно будет на следующей платформе забираться. Сейчас дверь будет. Это же не город. Нам сейчас платформа. А, без ботинок хочет поскользить, Дима. Раз. Раз. Да, быстрее пройти, да. А, вот как можно было. Прикольно. Знал бы прикуп, что называется. Съел бы сочник. Как говорит Поми. Мы в четвертом городе. Пробегаем его поперек, потому что выход будет другой, нужный нам. В этом другом выходе начнется все сразу с платформ. И поэтому Дима сейчас прикупил себе ботиночек. Он еще забежал сохраниться. На самом деле ты зря переживаешь, учитывая то, что у тебя есть двое разных ботинок. Одни не позволяют тебе скользить, а другие делают абсолютно неуязвимым ко всяким кольям. И если раньше вот этот четвертый уровень, вот это вот прямо его начало, оно... А нет, это еще не все. Куда? О, ёшкин кот! И не убивает, нифига себе. Да, мечик у нас слабоват. Сверху будет... А, нет. Казалось. Вот. Падаем, прыгаем, заходим. Быстро мы преодолели 3 левела. И вот, вот они вот колья. Последняя часть, наверное, 4 левела. Ее... Не последняя? Сверху падать буду сейчас. Ты заманить хочешь ее? Ладно, пробегай тут. Они какие-то медленные. А раньше эту зеленую штуку обычным оружием нельзя было убить. Можно было? Они же размножались. Понятненько. Так, здесь будет немного препятствий. Дима решил пройти... Ну, это самое надежное, проходить вот эти вот коротким прыжком. Ой, хороший прыжок. Без задержки и сразу на платформу надежную. А, вот как можно было сократить путь. Но я даже не знаю, откуда оно там идет. Как туда прийти можно было. Забираемся. Сейчас наверх палку убиваем. Можно взять ХП, но можно не брать. И спокойненько сейчас в дверь. Неспокойненько. Да, платформы самые... Они, во-первых, с разной скоростью летают. Во-вторых, у них разная... Блин, ты так просто даешь в стороне угля. Они по-разному заезжают под... Ё-моё. Да, коли вообще что-то не наносит существенного урона. Ну так, нормально. Учитывая то, что сейчас большое количество жизни, это не так критично. Обычно на четвертом левеле у вас где-то деление 8 по ХП, то есть где-то, ну, в 2,5 раза меньше, чем сейчас. И вы бы лишились где-то половины жизни, упав на коле таким образом. Но кроме того, если вы падаете на коле и предстоит долго-долго терпеть, лучше надеть сапоги.
Так, а здесь-то что? Здесь нужно скользануть. И скоро будет босс. Это он, да, уже? А, да, вот здесь был мистер Холодец. Мы его типа замочили, пробежали дальше. Пятый город. Ой-ой-ой-ой, как же мне уже стрёмно. А, мы по воде можем ходить. Нам сразу в город, сразу выходить с другой стороны. Здесь прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, скок с ударами. Ах, ты сомалийский пират. Отлично, в город дошли. Да, выкрутился, ничего не скажешь. Попробуем сейчас посмотреть, может, экспы докопили, но это маловероятно, потому что тут с каждым левелом экспы дают все больше и больше за монстров, а учитывая то, что мы проходили бобров, да. Experience is liking — это самая, наверное, первая стадия, которая... То есть у нас очень мало экспы. Да, о, помидорки там кто-то сказал. Да, помидорки. Дима переключается на Элечку. Вообще можно и... Да, Элька сейчас нужна будет. Очень нужна. В магию можно было купить что-нибудь полезное. А, у нас бабла нет. О, слева спуск. Ой-ой-ой, ладно, не отвлекайся. Здесь не так долго идти, потому что, как вы помните, в этом левеле самое сложное было это найти... Найти сапоги, которые как раз вот предотвращают вас от... Спасают от субстанции вот этой вот синей, которая, как говорили товарищи, высасывает жизнь. В городе разговаривали об этом. Вот, поэтому сейчас все пробегается относительно быстро. А, там найти фейковые тоже стенки. Такое удовольствие прикольное. Дима не жалеет Элик, и правильно, в общем-то. Так, сейчас, секундочку, друзья, я отвлекусь. Пацаны, во всем привет от Жени. Ой, что это тут за... Ой. И вот так вот Дима проскакал пятый левел очень быстро. Остается самый последний, шестой. А, может быть, имеет смысл сохраниться и отхиляться? Отхиляться дешевле. Нет, там могут быть проблемы. Ладно, иди, все, как хочешь. Я тебе не настаиваю. Сам как так на колени упадешь потом и замигаешь. Ой, подожди, здесь же эти штуки. Уже у тебя штапки есть. Fallout 1, 2 стримить не думал. Fallout — это долго. Это игра атмосферная, это игра с текстовыми диалогами, это игра с отыгрышем, в конце концов, плохого, хорошего, доброго, злого. Это лучше играть одному, на мой взгляд, и спокойными тихими вечерами. Вдумчиво, так хорошо. Для стрима эта игра не очень хорошо подходит. Да, правильно, брат. Отлично. Вот. В третью поиграл, потому что она реально аркадная. Не в Tactics имеется в виду, а вот которого типа новый. Почему не пользуетесь камнем против боссов? Камень, во-первых, он для нубов, он решает только против первых трех боссов. Потом он теряет свою эффективность, потому что наносит фиксированный урон. А учитывая то, что краба, осьминога и... Ну вот разве что на птице можно камнями пользоваться, наверное, самый разумный выбор. Вот, а на остальных невыгодно это делать. Тратить 1000 голды для того, чтобы убить краба, это... Дима прошел 6-й левел между тем. Нифига себе. Все, что ли? 7-й?
Да, седьмой. Ребят, мы справились, наверное, минут за 12 всего лишь. Наличие меча еще ничего ни о чем не говорит, говорит Дима. Давайте меч купим, друзья, мы проделали такой путь. Денег нет, иди, иди. Сейчас он разозлится из-за того, что ты пришел. Баба. У нее со стола что-то упало, пойди скажи ему, и выйди с того. Финал Дримхака по комменте. Да нет, зачем, вы чего? Я не могу все комментировать по Старкрафту. Даже технически сейчас я не могу, к сожалению, комментировать StarCraft. Изначально я думал, что сегодня сделать стрим по StarCraft. Но забыл ключи. Приехал из деревни без ключей и, соответственно, зашел к брату в гости. А у него это двухъядерный компьютер. 2005 года. Сами понимаете, какая здесь видяха и какой здесь может быть второй StarCraft. Heart of Darkness. Проходил. Хорошая игра. Не можем щит купить. А, то есть либо меч, либо щит. Нам половину стоимости нашего меча вернут. Да ладно. Да он не такой дорогой. О, сейчас оружие купим. 34 800. Elimination Sword. Да, и он 2 900 дает. Да, купим мы, конечно, щит. Вон он, смотрите, сабля какая поменялась внизу. Я покажу. А, Light Shield десяточка стоит. А он десяточку, да. Может, имеет смысл подкопить? Сейчас под... Ясно. Да, сейчас нужно подготовиться морально, друзья. Нужно выспаться, нужно восстановить КП, купить еще G&G Fruit, или как он, G... Не, можно, в принципе, магия стон взять. Они же фигово будут. Хотя нет, если когда он по голове, помнишь? Да, мы не проверяли. Он сидит, а ты не можешь... Давай, все равно 2500. Выбор нубов. Взяли выбор нубов. Да, сабля, такая сабля, классная. Блин, такой иконке радуются люди. Такой путь проделали мы, чтобы ее купить. Все, отдыхаем, восстанавливаем силы. У нас новая сабля, починить щит надо, кстати, не забыть еще. И записаться после этого, и потом снова пойдем на дракона. Напомню, сейчас мы пытаемся убить самого сильного, скорее всего, босса, в принципе, во всей игре. К нему и путь не близкий, и к нему еще... Ну да, оно выглядит изогнуто, как сабля. Вот. Все, починим сейчас щит. Вот он готов уже новенький. Но щит это не поможет нам против как раз дракона. У него урон идет огонь сверху, а щит блочит повреждения в первую очередь спереди. Удары спереди. И записываемся. Все, поехали. Сам побежишь. Тем более с мечом сейчас вообще халява, надо опробовать покупку в деле. Устраивайся поудобнее. А, ты решил табуретку взять? Провокационный вопрос, а кто последний босс? Не скажем. Я сам не знаю, кстати, до сих пор. Я проходил дракона. Доходил до последнего вот этого вот уровня. Не, не последнего. Там, где скрытая деревня. Это последний уровень? Да, последний. А, ну все. Доходил, но не хватило меня терпения для того, чтобы то ли убить последнего босса, то ли дойти до него. Но дракона, блин, я убивал. Но мне как раз и не хочется сейчас с ним. Ой, он синий. Я только сейчас обратил внимание, что он джедайский реально. Да, детка, это хардкор. Какие этот с одного добивать? Да, с одного. Ну так, огненный тогда с двух получается, судя по всей логике. Не с четырех, а с двух ударов. Что плащ дает? Плащ дает вам возможность, в принципе, бегать, не теряя здоровья по этому огненному уровню. Это первое, что вам необходимо получить за 1500... Ты нарушил частоту эксперимента, брат. Своим вот этим вот... Come to Dark Side там уже предлагают. Так, меняет на плащ. Два или три было? Я так и не понял. Раз, два. Два удара, отлично. Короче, в два раза сильнее меч.
А попробуй еще умножить на 4 Sabre Oil. Тогда получится эффект желаемый. То же самое, только не 8, а 16. Ну да. Беда. Дима говорит, что мы, в принципе, зафейлимся на драконе снова. Что нужно менять тактику. Ты просто на огонь не попадай. Там у дракона... Не рискуй, так ты чего? У дракона, напомню, в чем сложность. Дальняя дистанция, с ней все понятно. Он просто вас простреливает, вы либо пригинаетесь, либо не пригинаетесь. Если вы пригинаетесь, вы избегаете урона, но сами нанести урона ему никакой не можете. Вот как бы в этом смысл. После этого у него есть еще две дистанции. Когда он голову вниз наклоняет, как бы смотрит под себя, совсем смотрит под себя, это значит, что вообще пипец, нужно... Ой-ой-ой, хорошо, повезло. Это значит, что он будет пускать огонь... Давайте, логично я расскажу. Значит, три дистанции. Если вы стоите в одной точке в дальней, он делает дальнюю атаку. Если вы стоите посередине, он будет бить посередине. При этом самая главная тактика ваша... Это добиться того, чтобы он будет стрелять посередине. Вы видите анимацию, что вот он сейчас выстрелит посередине. А сами в тот момент, когда он собирается плеваться, сокращаете дистанцию и подбегаете к нему, начинаете мочить мечом. Вот, и начинаете сносить какое-то количество хп. Вот, при этом, если вы будете находиться слишком близко, или, например, рванете раньше времени к нему, то он вот так вот голову нагнет и будет использовать ближнюю атаку. При ближней атаке вас просто сметает, если вы, соответственно, находитесь вблизи к дракону. То есть стратегия заключается в том, чтобы спровоцировать дракона на среднюю атаку, сократив дистанцию, подойти в упор и помочить его, и потом отступить, опять сохранив дистанцию, чтобы он следующим дыханием вас не сбрил. Так, мы дошли до лабиринта. Но здесь все четко. Не, сам собака сверху, собака на тени. На этого падать и смотреть, куда он. Здесь все, назад можно. Он уже придет сам к тебе. Так, и теперь две на акву. Ставь сразу же. Блин, вот они каждый раз, блин, как в Новый год. Ёпс тудей. Да, конечно, самое главное, что не упали. Но эти псы меня уже бесят. Они реально меня бесят. Дойти, я в твоей карте не ориентируюсь. Не торопись, Дим. Я уже потерял ник. Ну сейчас налево, насколько я помню. Да, сейчас наверх, бутылек берем. Не, видишь, не зависит от того, как близко ты. Они просто, если перепрыгивают, то перепрыгивают. Если нет, то нет, видишь. Они психи просто, у них мозгов нет. Скриптовые твари. Не понять, а нам разгребать. Вот, и вот че его дернуло? Сейчас наверх. Подожди, где бутылек? Подожди, Дима, не торопись. Паузу нажми и посмотри на свою карту. Это не та карта. Это не та карта, да? Да, я понял. То есть ты меня... Я тебя не по той карте вел, да. По другой карте вел. Вот там сундук. Сундук. Вот там сундук. Угу. Сундук наверх. Все ясно. Все ясно. И третий здесь должен быть пес. Нет, смотрите-ка. Ага, вот дверь. Все, прошли. Ну что, дошли до дракона. Оставился последний моб перед тем, как мы встретимся снова с его величеством. Не забудь Magic Stone, не забудь обмазать саблю. И не забудь, что у тебя 3 лечилки есть. Ты можешь лучше их всех отстрелять. Ой, блин. Ребятушки. Magic Stone пошел, камешки начинают крутиться вокруг нас. Ой, блин. Ладно, с богом, брат, давай. Приглядись просто к нему. Выпей, лучше выпей. Во, нормально. Во, вот так вот. Держись близко. Будет атаковать, давай. Назад. Молодец. Фак, пей! Пей, су!
Ой, блин, как... Подбегай, бей, убегай. Да, можно было. Можно. Убегай. Да-да, можно. Убегай. Пей. Последнюю ради всего святого. Пей. Сейчас просто... Да, так. Так. Можно. Мочи. Убегай. А, еще разок. Ради всего святого. Так. Мочи, сучару, можно! Ну-ка тебе, свертухана-то, а? Получил. Не умирает? Ой, он умер. Ой, пацаны, вы чего? Это была жаркая битва. Все хп. Чувствуете, как дистанцию надо держать? Все, давайте помолчим. Это великолепный момент, когда вот вы прошли все вот эти вот тернии, лабиринты, блин, плащи, ключи, дракона замочили. А пошел закурил. Да, кстати, ты знаешь, как все за... Ой, так, друзья. Еще, это сейчас будет два левела в одном. Один из них скрытый, который нужно будет найти. О, Димон открыл карту. Блин, я очень хочу вам показать эту карту. Ну ладно, давайте поиграем в воображение. Представьте, что у вас есть... все учились в школе? Наверное, все все-таки. Представьте разворот тетрадки в клеточку. Вот двойной листик, да? И вот на каждом из этих листов... На каждом из этих листов карта. Потому что... И такая вот нормальная, убористая, с местоположением, с обозначениями дверей, где лежит сундучок, где лежит ключ, куда надо бежать. Вот, где фейковые схемы. А, вот здесь вот подбрасывает тебя, да, типа в дверь. Нет, это карта просто не соответствует уровню. Я рисовал как шел. А, понял. Все. Псионик шторм. Дойдут заклинания новые, да, пси-шторм дали. Три заклинания, теперь я чувствую себя темпларом. И, может быть, даже дадут за дракошу экспы. Давай, the light. Yes, the lights of spirits. Давайте хпшечку. Накинь. А, отлично, единичку, правда, только. Самое главное, сохранить. Выложи карту, это такой артефакт. Но я хотел вебку показать. Наверное, надо ее как-то сфоткать. Да, самое главное, банк. Здесь курс хреновый. Нет, в следующем же скрытом городе 1 к 8. Зачем менять сейчас? Мы сейчас поменяем. Ты чего, серьезно? 1 к 6, а там к 1 к 8. 28 700. 1 к 6. Сейчас будет щит. Причем какой щит? Holy shit! Да, берем щит. А, у нас тетя щит на 3 хп остался. Лол. Так, у нас есть титаниум щит. Титаниум щит и... Might is sheet seems like... seem like paper. It's light and feather, hard and diamond. Короче, легкий как перышко, а крепкий как самый последний щит в игре. Покупаем этот щит. 31к, не покупаем. Ну, побегаем. Да. Ну, видишь, задача есть. Вот откуда фарминг пошел. Вову как бы и не снилось. Че, какие... Пробежать игру сначала до конца для того, чтобы купить один меч. Не самый лучший, кстати. Эх, ребятушки. 700 человек поменяло DreamHack на Зелиард, правильно. DreamHack еще будут, тем более там никого нет, кажется, из СНГ-шных игроков. Хотя я могу ошибаться. А, давай, да, сейчас у нас будет, знаете, какая тема? Я играю, а Дима штурман, у нас как в гонках будет, потому что он в своих картах только сможет разобраться. А я буду, он будет мне говорить, куда идти. Я хочу купить, посмотреть, прицениться, может здесь есть хотя бы один... О! А где хпшечка? А, в том городе там такая халява будет! Вот прикиньте, друзья, здесь вообще, ну давай, это перенос вообще. Вообще перенос первого города. А зачем я взял его? А у меня не было выбора. Мне кажется, меня просто вынудили купить. У вас ассортимент офигенный. Все, поехали. Туда. Обратите внимание наверх экрана, там есть 7 камней, осталось еще 2.
Будем знакомиться с монстрами этого уровня. Наверх? Куда? Дверь? Пробежали. Наверх, налево. Ой, тут какая-то хрень синяя летает. Ой, сверху вообще падают. Нормально. Правда, щит? Налево, да? Что здесь? Ой, тут осьминожек, блин! Ой-ой-ой-ой, щит, смотри, что с моим щитом. Так... Я понял тебя. Псишторм, а как он действует? Я понял. Ой, тут сундучок. О, голда. Вниз. Дима, не сюда. Он сейчас сказал черт. Теперь буду разбираться, сказал он. Меня это охрененно радует, учитывая то, что скоро... А, вот, можете это напомнить что-то, это хорошая штука. Сюда нужно прийти наверх. Очень интересные новости. Ой, хрень летает внизу. Аквой может ее забрить. Может, с ударом вниз? Блин, да он... Все, минус щит. Ай. Я боюсь, что я не вернусь в город. Ой, смотри, Дим. Это его нужно, да? Да! Силу воды. Ой, псишторм. Уа! Дим, что делать? А, я в воздухе не могу применять. Не, не могу, я пробовал. Рестор, да? Вот это вот. Блин, ты не сохранился после всего. Не помнишь, в какой стороне? Влево, кажется. Да, ты влево. Вправо, да? Да, с таким щитом здесь далеко не уйдешь. Я чувствую. Правильно шли, а где я неправильно? Так, 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 ну ладно, все, вот так вот сделаем. Ты как скажешь, я туда и побегу. У меня тут дорога и хватает бед. Тут пишем ГГ, выходим. На какую кнопку загружаться? F7, как подсказывали еще в прошлой трансляции. Хорошая музыка. PC-спикер решает. Ну это не PC-спикер, это Soundblaster. Вот сюда вот? И направо. Новые какие-то темы у тебя пошли. В прошлый раз я только налево шел. Направо? По скиллу сейчас разрулил, расконтролил, можно сказать, человека. Нет. Ой. Вниз? Вот эти вот два педагога мне причинили немало бед. А, то есть возвращаемся, да? Так, направо. А, и чтоб не закрыть себе проход, я понял. Здесь мы проходим как раз. По красоте, на креативе, бешеном микро. И в центре надо упасть, да? А центр надо поэтому, по... Я думаю, здесь. Отличный. Но мы уже не вернемся. Потому что я криво поставил эту хрень. Я молодец. Щит почти ушел. Да, все решает. Зачем я второй раз это сделал? Ладно, нужен хороший... Сейчас починим щит, но кажется, мне не хватит на новый щит. Мы вообще ничего не собрали, по сути, по алмазам. Это жесть какая-то. Менять? Ну да, чтобы не это. А зачем? Да не хватит. А сколько там стоит он?
Ты не помнишь? Подожди, у нас виздро нет? Со счетом. Ничего на счете нет. 31к подсказывают. Да ладно. Что за разводы? А, я... Да, сундучок. Берем щит, пацаны! Щит титана. Надеюсь, титан не расстроится. О, это сова какая-то, на 600 ударов. Причем не, это не просто 600 ударов. Клайчик вроде бы тоже 600 ударов, а этот... Сверхсильный, да? Да, у него дюрабилити. Друзья, это прочный щит, это просто холи щит, я повторю эту шутку. Я посмотрю, что здесь. А это еще один... А, это фейк. Она такая скотина. Вот эта девушка, помните, вы одной типа помогли? Ой, ля-ля-ля-ля, там типа это поля. И нету здесь ины. В этом-то и проблема. И влево, да? На пофиг, да? Вот, и она тебе говорит, давай, зайди, там что-то герой, все дела. А ты заходишь и переносишься черт знает куда. Это ловушка, это трэп. А куда ты перевозишь? 400? Да. Нифига себе. Хотя здесь курс хороший, 1 к 6 это да. Отдыхаем, отдыхаем, восстанавливаем жизнь, восстановили ману, у нас есть сова ручная и меч в другой руке. Если с грейдом, то да. В каком? 75. Ты мне расскажешь, куда идти? А, не надо рассказывать. Да, мы же туда же идем. А, что, скорпион, не достанешь? На-ка тебе. Блин. Простите меня, пацаны. Теряю хватку. У меня ее, в общем-то, никогда и не было. Так. И здесь вправо. Получается сразу наверх. С этим осьминогом. Только подготовим плацдарм вот так вот раз. Сделаем, чтобы был у нас шанс. Но я запомнил, где спрыгнул и понял, что сколько мне не хватило. Недолет был. Поэтому я в этот раз не ошибусь. А что это такое? Lion's Head Key. Ключ в виде головы льва. Что? Такой вопрос мне сейчас. Я готов ради меча, который круче в два раза этого, пройти седьмой уровень еще раз. Без дракона или говно вопрос? Сохраниться? Так, сохраняемся. Сейчас нам обещают, нам сулят хороший меч. Умеет, могёт, пацан. Да. Направо, да, говоришь? Точно, да? Кстати, посмотри, щит там. Целый, вообще не цель, целёхенький. Заходим сюда? Не, я боюсь. А, давай! Fooled again! Melt some fool, taste the boss and never return again. Ха-ха-ха-ха-ха. Короче, ты дурак, я тебя одурачил, никогда больше не возвращайся. Чё ты? Направо? Ну ладно, я пойду направо. Здесь, может быть, можно лечилочку купить. Да, кстати, покупай. 600, но все равно. А, да. Подожди, Holy Water, это ману. Починка, а починка щита? Еще одну. Еще одну. Тебя одурачили. You have been bamboozled, как было в друзьях. Тебя одурачили. Лучшая игра с всех времен и народов. Так, вниз. Там была закрытая дверь, я помню, да? Вот здесь вот. И вот сюда вот. О, нет. А, и этот ключ сюда, да. Он подходит. И это сокровищница. Это сокровищница. Ключ подошел, и мы идем. И первый сундучок.
Сапоги Феруза Шуза. А что они умеют делать? Давайте попробуем. Ты прыгаешь выше, о боже! И второй Enchantment Sword. Вот это меч! Ребятушки, ребятушки, вот это проперло, вот это меч, он золотой, просто золотой. А что это такое? Я прорубаю себе дорогу в сокровищнице. Вот это, я уже забыл про это просто. Нифига себе они продумали как, а? О май гад, это просто unbelievable. У меня есть ботинки, у меня есть меч. Давай нападай. Все заклинания. Куда идти? Вниз. Влево, право. Ой, сокровищница. Ты же не говорил, что будет золото. Может, вправо уйти, аналогичную штуку собрать? А, то есть это одинаковые штуки, да? Ой, хорошо-то как. Да, я понял. То есть поднимаемся наверх. Сокровищница, друзья. Оно того стоило. Меч, который круче, бабло и сапожки. Ты же сапожки еще не говорил. А зачем мне фулл хп? Так, чтобы вообще себя прекрасно ощущал. Оба-на! И мы сразу здесь оказались? Да. А ты же говорил, что шестой уровень надо пройти снова. Наколол, да? И сейчас... давайте, давайте! И с одного удара убиваем. Вниз? Зачем? А зачем мне в город? Сохраниться? Да меня вообще сейчас никто не убьет. Какое сохраниться? Да я им всем сейчас повставляю пистон. Ладно, хорошо. Вот это он прыгает, вот это он машет мечом. Вот это лучший щит и лучше... Это лучший же меч, да? Это лучший меч. Возможно, говорит Дима. Если мы, конечно, еще не все... Не попропускали. Одно место ты все еще не понял? Очень интересно. Кстати, я обращусь. Может быть, я настолько крут, что мне еще левел-ап дадут? Давай, посмотри там, что в твоем шаре. I can see the faint. Чуть-чуть осталось экспы. Чуть-чуть. Тут есть несколько вариантов развития событий. А зачем я попрощался? Мне же записываться надо. Ладно, в общем, тут уже нужно бегать и... Что, мочить? Бегать и мочить. Я готов бегать и мочить. Это же ясь, здоровенный ясь! Надо было сказать, когда я взял меч. Вот она, рыба моей мечты. Куда идти? Влево, вправо? Сложно сказать, говорит Дима, вглядываясь в собственные записи. Это, понимаете? Влево, да? Влево. Ладно, попробуем. Учитывая то, что Дима сейчас теряется в собственных записях, я что-то... Ой, как я далеко прыгаю. О, мужики. Я же могу сейчас вообще влево, да? Сейчас мне только нужно поменять сапожки на нескользящие. Но я лучше буду использовать... Ой, это дверька. Закрытая, очевидно. Спасибо, Кэп. Надо искать ключ, говорит Дима. Блин, эти ребята, давай! Ой, с одного удара убивается! Вообще, ребята, ничего сделать не мог. Давай, нападай! Перепрыгивать? Фаталити! А я думал, просто прыгай... Когда ты сказал, просто прыгай, я принял решение прыгнуть просто. Вообще шансов нету, пацанов. Просто нет шансов. Это 500. Или 1000. 500. Но нам влево не нужно. Куда, вправо? Нет, не могу. Куда возвращаться? К городу. Понял. Город, я чувствую, уже где-то близко. Истина где-то рядом. Ну вот, мы вышли из этого, летящей походкой. Город внизу, а нам влево по этой штуке подниматься, да? Давай, штурман, все в твоих руках. Я не буду делать опрометчивых движений. Что ты там ждешь? Ой, зря я так. Вниз? Вниз. Вот это проперло. Вот свезло, так свезло. Таких приколов я еще не видел. А здесь что? Смотри, мне не нравятся вот эти вот темы. Мне кажется, они ненадежные. На одной можно опускаться? Красная дверь?
Красная с красной наверху. Широкая на широкую. Я здесь не могу запрыгнуть. Могу подняться. Но это... 1000 голды, говорят, будет. Взяли 1000 голды. Дальше. Вниз спускаться. Ну. Ну. Вот. Дверка красная. Так. Могу спуститься. Толку нет. Это была фиолетовая, да. Ты узнаешь ее в гриме? Право. Я понял тебя. Куда? Право. Лапочки. Какое допрыгивание? Мне тут, блин, расти, расти. Что? А может влево? А, я пришел отсюда. И куда? На платформу вправо? Дим, ты зачем ты карты рисовал, если ты говоришь, что подсмотрим, что там? Я понял, сейчас типа нетрудное время, я понял. Хорошо. О, скрытый город, Дим. А как, в него же снизу подход. Обходить. Ой. Нормально, мне игра уже в который раз говорит, что я идиот. Просто не стесняясь. При том, что я себя таковым... Ничего не сделаю, да? Отличный вывод. Но я возвращаюсь тогда. Ой, как... Если по щам... Ну, Дим, вот смотри, вот в эту дверь мы не заходили. Фиолетовую. Мы сверху пришли. Окей. Ой. Опа. Что там, 3 входа, что ли? Нет, ну просто долго. Здесь вроде все чисто, никого. Здесь тоже непонятно, куда падать. Не нужна она, получается. Спускаюсь вниз. Слева мы были. Стопудово. То есть мне некуда больше уже теперь идти, кроме как сюда вот. Вот. Еще начало. Наверх. Хорошо, хоть меч позволяет вот спокойно более-менее ходить. Я уже 2-й раз этого чувака убиваю. Вот он, скрытый город. Может, как-то снизу попробовать его обойти? Еще долго, да? Понял. Ну, первое, что нам нужно, это ключ найти. Эти маленькие штучки, которые, говорит Майкер, убивает, это фотоночки. Но фотоночки, они более ультимативные все-таки. Щитом не закроешь. Мне возвращаться придется, Дим, сейчас. Вот я возвращаюсь. И влево. А, нет. А, вот. И вниз, да. Так я могу. Не, не могу. Нет, поверху-то могу. А-а-а. Понял. Понял тебя. Да, это логично. Что-то... Вот опять игра как бы логикой убивает. Обычно ты... Ну вот смысл какой подниматься сейчас наверх на лифте? А нужно, чтобы вот сюда вот она не забаррикадировала, и мы отсюда спокойно выходим. А то я уже начал бегать. От... Куда? Влево, вправо? Дверка. Тупи... Нет, не тупик. О, ключ там! Ключ слева. Вон. Он просто...
Могу наверх забраться, ничего не потеряю, чтобы посмотреть. Да, увижу, что здесь Коля, ей нужно спускать эту. Захожу в дверку. Да. Пещера Дислелый. Ох ты ж, ёжик! Я уже увидел, чем меня ждет. Новая карта, короче говоря. Ты мне говори, что делать. Ой, ёпс, тудей, они быстрые были. Так, здесь есть два пути, Дим. Один вниз сюда. Ключ вижу. И возьму его. Если не зафейлюсь, конечно. Хорошо, взяли ключ. Возвращаться наверх, там еще один путь неизведанный. Ладно. Ой, скорпионы. Там и дверь наверху одна, открытая. Но до туда не дойти. Ключ подо мной, прямо подо мной ключ. Да, вот я вот здесь вот, на эту штуку могу. В дверь вот в эту вот я вижу ее. Вот она сверху наверху, видишь? Не допрыгну. Ну, возвращаться, очевидно. Только вопрос, куда? Дверь-то открыта, да? Туда, там тут... Я могу упасть там вниз. Не даст ничего, понял. И зачем? Да я помню, а что нам? Возвращаться не так безопасно, как я думал. Блин. А этот... Зачем эта штука? А, вниз падать? Блин, не ту клавишу нажимал. Это в самом начале мы. Я уже узнаю эти места. Нет, не совсем, да. А, вот. Помнишь? И мы опять на этой штуке окажемся. Опять у этой двери. Не туда я шел изначально. Нам назад, вот сюда вот нужно, влево. И... Блин! Заюзаю. У нас дофига денег. Мы их сможем в скрытом городе покупать. Ну, навигация должна быть тоже своевременная. Возвращайся, но куда возвращаться? Я уже... Я понимаю, нет. Но это не так просто. Вот куда сейчас? Можно было по короткому пути вниз упасть? Что вообще внизу там было? Вообще вот это вот, в другой этот. Сюда надо идти. О, еще один ключ, Дим. Слева. Ну так, на всякий случай. Почему? Наверху тупик, совсем наверху тупик. Здесь вот такая вот штука была. Так. Да я допрыгну и так. Понял, возвращаюсь. Справа, да, можно было упасть. Ну, я спрашивал об этом. И сюда, да? А, нет, нам нужно вернуться. Как вернуться? Туда? Мне ж не те сапоги. Собираем потихонечку. Тем временем, кстати, наубивали уже на 4 камня минералов. Алмазов. Куда дальше? Вот она моя, рыба моей мечты. В дверку заходим, да? Фух, вы же отсюда пришли. Все, вот это уже... Уже ближе, да, мы отсюда пришли. Нам и смысл сейчас, взяв ключ, вернуться нормально. Ой, меня тут с потоком сдвинуло. Ну, видимо... Да, это... Похоже на... сюда.
Но здесь тупик, кажется. Да, тут тупик. Единственное, что я могу слева упасть. Да? Возможно это? Да, ты прав. А что после зеленой будет? Ну, щит еще держит удары. Магию я вообще не использовал. ХП есть. Но нам левелап в городе дадут. Город недалеко? По лестнике и направо. Или вниз надо было. Вниз, вниз, вниз. Вообще вот здесь вот город. Да, хорошо. Значит, ключ достали, двери открыли. Левелап сейчас получим. Запишемся. Еще, наверное, Джойн Фрут купим. Заодно. Так. Что-то я туплю уже, все. Какой Джинджи Фрут? До свидания. Нам только одно... Ну, подлечиться, починить щит, я думаю, только надо. Берем левелап здесь. Он точно будет. Замечаем, сколько было. Вот по курсору смотрим. Чек, вот здесь это было. Да, дает левел. Один. Всего один. Совсем один. Продолжаем квест. Остается буквально три деления по XP для полного... Чиню щит, возвращаюсь назад, правильно? Все, левел получили, щит починили, двери открыли. Сейчас сразу же в новую локацию идем, получается, да? В новой локации город или не город? Нет. Так, забираемся, используя сапожки. И заходим. Зеленая дверь. Смотрим, что. Да, это Cavern of Dislil. Dislil. А-а-а. Да, я помню это. Здесь главное не втыкать. Я помню очень много в эти моменты. Нет, вот это вот наполовину можно опустить. Опустить наполовину можно. И тогда будет не одна попытка, кажется. Все. Это быстрее, наверное, будет, да? Обдурили. Они быстрые, реально, эти платформы. Но хорошо, тут такой хороший меч, такой хороший щит уже. Ничего страшного. Раньше, раньше нужно, раньше. Долго он летит до этой платформы. Возвращаемся, чтобы сбросились эти штуки. Бежим, летим, можно сказать, на всех парах. Этого чувака убиваем заранее, чтобы он случайно не сбил. Наверное, надо вообще пробегать мимо них, забивая на минералы. Потому что это все мелочевка. А если я зафейлю, все равно вернусь за ними. Раз, два, раз, два. А-а-а, присесть! Потом присесть, потом встать, потом пересесть на другую платформу, все это быстро. Побежали за мной. Осьминожик какой-то милый. В
Сохраняйся на эмуляторе, так быстрее будет, говорят. Ну, в DOSBox'е можно сохраняться прямо в... Да. Каким образом? Кто знает, как это быстро делать? Сочетание клавиш, может, какое? Раз, поехали. Что? Да ничего. Да ладно. Не приседай, смысла нет. Все монстры стоя... Что? Все монстры стоя убиваются, отлично. Осьминог не убивается, спорим? Ой, я отвлекся. Могу показать, как осьминог не убивается. Ой-ой-ой, вот только так, извините. Спасибо за советы. Очень ценные они. Да ну тебе нафиг. Так, значит здесь раз, раз, раз. Ха-ха-ха, был прикольный момент. Куда, налево? Наверх? Я понял тебя. Поздно сказал, я уже успел пофейлить. Но это быстро проходит, потому что нет психологического давления о том, что я упаду и придется перепроходить. Ну, долго имеется в виду. Поэтому я посмелее здесь буду. Беда. Так, наверх, да, ты сказал? Наверх. Направо. Так. Дверь. То есть нужно прыгать сюда? А, с этой? О, вот тоже, блин, как вот догадаться, что нужно... Хорошо, едем дальше. Вышел. Справа тупик. Сундучок. Вон, заодно забрили сразу одного чувака, второго тоже. Ну, тут один путь. Подготовить как-то эту штуку? 1000 голды, хорошо. Фейковый, да? Тот момент, который... Что? Нашел, начал искать карту, рисовать карту, поэтому давай поднимайся наверх, тут же легко догадаться. Что? Для чего эта хрень непонятна? Для того, чтобы подняться, пройти сюда и... А, вот отсюда не получается. А, и выстрелы прилетают. Ты думаешь, блин, что за хрень? Обычные выстрелы не прилетают. И ты проходишь через... Сволочь. Вот, вот и как вот такое вот просто проходить, да, друзья? Заходим. Это новый город. Последний. Это не город, да, это четвертая часть этих подземелий. Вот как додуматься, что в этом месте после стольких дверей только по выстрелу пролетающему мимо... Тут как бы все открыто, кажется. Вниз? Внизу, кажется, тупик. Вон ключ. Ключу спускаться не хочется. Вверх. Вверх? Вот это фейк тоже. Как, блин, как там в то... Как находить вот эту вот хрень вообще? Как ее находить? Как ты ее нашел вообще? Нельзя, слева нельзя, справа неизвестно, а только снизу. Охрененно, прыгни просто в одном месте на рандоме и найдешь скрытый город.
Dead Space вообще детский сад по сравнению с этой вот хренью. Я офигею, дорогая редакция. Сегодня как не могу поверить. Exchange алмаз, 1:8. Да, да. И цены здесь будут, как в третьем городе, я прекрасно помню. Все, 57 тысяч рублей. И здесь будут такие цены, как, блин, в самом начале игры. Заходим в Magic, здравствуйте. Я хочу продать фигню сначала. QQ Feather. За 75 голды, конечно. И... покупаем. Покупаем мы... а, еще дешевле. По 2 кинка поушен. Сабрый ойл берем. И... не, сабрый ойл. X просто такой. X4 по текущему оружию. Какой зелярд, я богат. Согласен. Просто все, на все бабло. Да, и стать меценатом. Да тут не только домик, тут тебе вот эта вот девушка будет кофе с утра подвозить с такими деньгами. Горяченький, пригоряченький. Зайдем, починим щиты. Посмотрим, да. Так я же, мне придется ж купить. Может, Explain Goods? Будет такая опция? Смотрим, что там пишет там. А что такое за Clay Sheet? Что это за Clay? Самый первый, два до голды. Wiseman Sheet 10, Stone Shield повыше, Light Sheet, Titanium Sheet. За 23. Можно было сюда дойти без этого щита, типа. Ну да, я помню, как этот на 300. А что-то нечестно, я покупаю у него... Нет, нет, сделка не катит. Ну что, попробуем получить экспы, ну то есть попробуем левелапнуться и записаться. Эй, тупик. If you fall from a stone, здесь еще советы дают в городе, как, которые помогают прохождению. Если ты свалишься, и спереди тебя будет там, я не знаю, платформа, ты ее там, на ней не ходи, ты сюда ходи. О, тут церковь есть, в церкви можно на халяву подлечиться. Это что-то вроде гостиницы, только была только в первом левеле, только на халяву, да. И сейчас руку он поднимет в конце. Да, я помню. Какой он прикольный. Но здесь нет этой магины, здесь нельзя за это, записываться. Куда идем дальше? Без понятия, говорит Дима, отличное начало. Ну все, вот он город. Пошли дальше. Что, я падаю? У меня выбора нет. Дверка. Могу упасть, могу в дверку. Синяя дверка. Справа, посмотрим. Тут ничего. К дверке. Зашел. Если я прыгну, меня вынесет наверх. Куда этим? Кевернов Милагро. Первая самая, кажется. Зеленая, зеленая. Порки спрашивает, скоро босс? Скоро, наверное. Я пока отбиваюсь от монстров, все нормально. Уа-ха! Уа! Опа, нашел хпшку. Надо почаще просто бегать и стрелять мечом. Хпшка была. Хочешь отметить? ХПшку на будущее. Нормально. Да, игра полна сюрпризов.
Я тут пока прыгаю. Вернемся в ту дверку. Вернулся в ту дверку. Зашел. Так, ну вот есть веревка. Есть якобы подъем наверх и спуск вниз. Но спуск вниз мне уже не нравится. Наверх? Здесь прыжок? Что-то не катит. Можно с веревки попробовать. С разбегом. Без ботинок? А, вот, да, реально ударяюсь с ботинками. Хорошо. Ох ты ж, ёжик, блин. Да я понял. Падать вниз, упал вниз. Я могу, кстати, здесь запрыгнуть. И куда? В неё? Это за один? За четыре? Охренеть. За ключиком. А, это лево, да. Беда. Еще направо. Не буду. Понял. Блин, как же это могло быть долго, если бы не... Этот ключ мы видели, да, я помню. Куда дальше? Так. Ну давай, тыл карты. Сейчас просто уникальная ситуация. По этим лабиринтам можно ходить часами. Часами. Если ходить бездумно, то можно ходить еще больше. Блин, подстава была такая. Так. А это город сейчас. Ох уж этот... А, я же пробежал церковь мимо. Нам же церковь нужна, правильно? Заходим. Охрана у церкви. Brave knight. Whenever you're weary, come here to rest. Level up бы дал бы. May God go with you. Ну давай сейчас попробуем. Ключ мы достали. Зашли. Снова заходим в нее. Вот это первый раз, когда встречается дверь, которая ведет тебя совсем не туда, блин. А как можно до этого дойти? Как? А в городе, в деревне тебе один человек не говорит. Одна дверка не такая, как другая. Блин, крышу просто сносит, потому что... Вас до этого учили на протяжении 7 левелов, что двери работают по одному принципу, по одному, вход-выход, две двери. А тут, блин, оказывается, что не все двери одинаково полезны. Опа, закрытая дверь. Открыл. Захожу, брат! Нет, не босс, стука не было. Каверн Абсор, да. Мы здесь были, 1000 голды. Нам не вниз, а вправо, насколько я помню. Да, я помню, мы слева были. Нам вправо нужно. Причем на платформу. Давай, реагируй. Я пока стою. На эту платформу, да?
Да тут сложно ее выполнить с первого раза. Я понял. А жахнет. И что дальше? Дальше вот на эту веревочку. А, нет. О-о-о! Что ж ты меня пугаешь-то, Дим? Ну, я уже все, я хотел застрелиться после того, как промахнулся по этой. Да, я понимаю. Он сказал, что судьба всех Good Gamers'ов могла зависеть от этого прыжка. Ничего в коробке. Не все коту масленица. Дальше идти. Там был спуск вниз еще, но учитывая то, что он внизу объединяется, я в любом случае к этой с веревки возвращаюсь, поэтому путь для меня один. Наверх попробовать? Учитывая то, что мы сможем вернуться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Точно нет? Это без надписи. Тут один вход. Если мы в правильную дверь зашли, то нам влево. Не та дверь? Пустышка, не то? Я возвращаюсь. Там же есть пути вверх и вниз. Почему нет? Ну вот. Как угодно можно вернуться. А почему не наверх, я не могу понять. Мы же здесь не были. Но я не понимаю, как здесь забраться. Не выходит аленький цветок. Может, здесь пробивается? Пробивается. Но толку нет. Что ты стоишь, смотришь? Так, влево? И на платформу, и вниз. Ну, наверх-то понятно, но... А вот туда вот, может, как-то можно, с этой веревки. Нет у тебя никакой... Спрыгнуть с веревки? Убить вот сюда вот. Да, убивается. Еще одна может... Без сапог туда, понял. Меняю сапоги. Нет. Сможет с веревки? Нет. А, нет, стоп, наверх. Наверх. Сейчас вот это вот может опуститься. А как мы туда заберемся наверх, чтобы ее опустить? А, ну это ж единый уровень. Видимо, сейчас нужно вниз по веревке. Да. Ух, ты ж ежик. Да, ту платформу бы не смогли опустить, пока не убили бы ту штуку. Поэтому мы сейчас возвращаемся. Черт. А, да, успеваем. Я уже думал, из-за того, что я платформу справа не полностью опустил, мы не сможем вернуться. А так мы сможем. Платформу опускаем и прыгаем. Ядрен батон, а? Вот это хардкор. Вот это вот я... Да все, тут уже один... Нам влево, да? Тут один путь. Дверка должна быть. Пока только бобры. Красная дверка, ты прав. Ну, очевидно, в нее. Фалтер. Четвертый эпизод. Что? Четвертая карта. Вот здесь вот. А, я помню. Блин, можешь не говорить. Я помню, как по этим платформам падающим вниз прыгать. О, и вправо сейчас. И с сапогами. Без сапог это нельзя пройти, да? Раз, два, три. Ой-ой-ой, Семен Семенович. А, причем я должен был с центральной прыгнуть. А, нет, там нужно заранее прыгнуть. Не с самого края, а не с самого конца прыгнуть. Сейчас вернуться нужно в этот и сбросить в эти платформы. Или подожди, или можно с этой... Это раз, и вот так вот. Вот так вот. И куда теперь? Вправо или влево? Значит, естественно. А ты можешь сказать, куда мне идти? Потому что я сейчас могу с этими платформами долго фигарить. Но это же последняя карта, да? Ключ не взял. И на эту платформу дальше, да. Запрыгивать пробовать наверх?
Хорошо. Не нужно сюда идти? Фейковое, понял. Перед самой дверью, к которой нужно подойти, мне кинуть наверх. Типа, халявный путь выбрал. Надо было идти по-другому. Ну хорошо, пробуем тогда. Здесь раз, два. Поднялись. Не поднялись. Поторопился и время потерял. Тарзан слил третью игру, там говорят. Что Тарзан опять в финале Дримхака? Что-то ему прет с этими темами. Да я, да, я чувствую, мне... Ну фиг знает, нормально, ненормально. Я пока чувствую, что испытания более чем серьезные. Вот, например, у меня сейчас дверь, вот эта вот штука. Сбить? Не, не может. Так, дальше. Есть спуск, есть влево. Я не уверен, что эта панель не упадет вниз, когда я на нее прыгну. Да, она падает вниз. Вот, есть наверху платформа, кажется, нам сюда. Не хочу туда. Серьезно? Не, а, тупик, да? И подбрасывает тебя. А, и вот это вот как раз оно? Или в правильном направлении движемся? Да где я не так сделал? Мы вернулись в самое начало, кстати. Ну, к слову, вот это вот, как бы, если вы теряете линию игры. Не сюда? Направо? Нет, я не пройду направо просто. Не пройду. Опять я не туда иду. А что делать с деньгами? У нас много денег. Так. Да. Так. Понял. С трудом. Вот веревка. Здесь я не могу ехать. Не могу. Понизу, кажется, там нужно вообще идти. Не понял, где. На эту веревку. Справа можно на платформу. Да, есть, там есть путь на платформу. Вон, я сверху могу на эту штуку упасть. Только надо попасть на нее еще. Увлекательное занятие. А-а-а! Нет, я так прыгнул. Прыгнул, зашел в дверь. Так, еще раз, мы забираемся наверх, правильно? Вот сюда вот, раз, два. И он не зацепился. Я жал вверх, я жал. Раз, два, я почему-то ходил понизу, там, где платформы, там, где... Так. И я не могу попасть на платформу. Я могу это сделать только сверху, упав с этого, с каната. Есть идея? Мне почему-то кажется, что вот вообще сюда надо идти. Вот сюда вот. Да. Там вторая платформа будет. Может, по кольям попрыгать? Ну вот, доберусь до веревки какой-то. А, вот еще, кстати. А, это наверх, это возврат. Что? Дверь сейчас будет. Справа. Так,
Нет пути, вот как вот по этому, почему из них происходит? С ума сойти, охрененно. То есть налево сейчас идти. Ну, то есть не налево, а через справа налево. Угу. А, тапки не те. Тапки не прыгательные. Брат, мы осилим вообще эту тему? Я просто боюсь, что... Штурман подведет. Окей. Можем идти только вправо. По веревке спуститься вниз, ты имеешь в виду? Сейчас веревка вниз. А, это оно? И что? Серьезно? Ох ты ж ежик, кто ж мог подумать? Ну хорошо, дальше куда? По этой веревке наверх, да? Так. Да, вижу, 2, 3. И что? И что это у тебя нарисовано? И как добраться? Я понял тебя. Так, еще у нас клевый момент с тем, что... Да, а если я не допрыгну, мне придется заново этот путь проходить. А я тут же зафейлил. Тут же просто. А, я не туда пошел. Вот здесь я зафейлил точно. Ну, все понятно. По крайней мере, определилась половина этого уровня, куда идти. То есть мы идем сначала, запрыгиваем так, все правильно, как и начинали. Раз, два... Не получилось. Потом на эту, потом на ту, потом на веревку, влево, влево, прыжок фейковый, и мы у платформ, на которых нельзя фейлить. Точные сапоги, точные сапоги. Раз, два. Если вы думаете, что это так просто, друзья, вы ошибаетесь. Не додержишь кнопку, до свидания, блин. Кнопку не додержишь. Эти пригибания, нагибания. Сейчас вниз, да, влево, на платформу, и прыжок выше, да. Ну, кто бы мог подумать, а? Ладно, здесь мы должны спокойно... Ничего страшного. Не смогу все равно? Нет права на ошибку. Не достану. Там прыжок был первый неполный. А как без сапог здесь вообще проходить? А зачем ты ставил выбор, мне возвращаться за мечом или не возвращаться? Я мог изначально зафейлить, да. Я понял. Добрый ты. Снова подошли к этим платформам. Итак. А! Она сталкивает все равно. От чего она? Она то сталкивает, то не сталкивает. Что за рандом тупой? Угу, я понял. Да, я понял. Я понял. То есть тут три раза ничего не было, потом хоп и по лицу получил. Его здесь тоже иногда сбивает, иногда не сбивает. Зря выпендрился. То есть фактически попытка-то одна. Ох, блин, справился. Трындец, блин, 4 кнопки нажать вовремя. На эту, да, на эту типа мы не сможем без сапог вообще никак. А дальше что? Просто бежишь по ним.
Не, там все равно запрыгну я в любом случае. Фух. Давай, где платформа? А вот они, раз, два, три, четыре. А, ну тебе виднее. Что, бежим? Захожу. И... Схренали. Милагры, другой город вообще. То есть... Нам сюда? Да мне вообще как-то стрёмно. Бах. Ну, то есть за ключом идем, да? Ну чё, пацаны, давайте. Я как раз альты собирался жать, но... Ключ. Ой. Еще один альт. О, yes. Ключ взяли. Трындец. И наверху дверь, да? Ты говоришь. Есть, стучит, это босс. Ядрен батон, это босс. У нас есть масло, есть... Как с ним сразу? Я не помню, что это за босс. Как зафейлишь? Не взял еще один ключ, говорит. А, нет, открылось. Мазать маслом? Явно мажем. А, там... Это не финальный босс? Ой-ой-ой, скажи, какой скрипт у него. Ну и отлично, как его бить-то? Охрененно! Минус все хп тут же. Да меч ты хороший, ну а как его вообще? Он летает, он идиот. Нормально, Ну, бабос, да... Ну, бабос, да ты... Да... Блин, еще один камень. Летает он, идиот. Да только что сказали. Так, последний камень остался, друзья. 8 камней из 9 собраны. А, еще один. Нет. Дверка. А у меня ключа нет, да? Ключ! Еще дверка. А, это... Ага, жесть. Ой, что это? Вот, босс, вот здесь стучит. Здесь стучит. А в тень не надо было заходить? Один ключ мы не взяли, одну... Не открыли. А вдруг там еще более крутой меч? Дима не знает, что там. Вот, друзья, вот вам домашнее задание. Вот она, рыба моей мечты. Вот она. Мажу маслом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дим, ты помнишь последнего босса? В виде рыцаря. Хорошо, я никогда с ним не сражался. Как мне с ним сражаться? Импровизируй. Дим, скажи, какой скрипт. Не ходи, давай лучше погуляем по лесу. Finally, you reached me. Enjoy, I enjoyed your show. Come on, I'll kill you. Да? Где он? Нету. Оп! Я понял тебя. Иди сюда, сука! Я понял, надо на него прыгать. В тот момент только надо... Давай я лучше заюзаю. И аквой можно попробовать его пострелять. Оп. Давай, где-то. Давай, где ты?
Он все чаще начинает появляться. Ой-ой-ой. Да я понял, меч у меня круче, да, я понял. Давай, иди сюда. Лечусь, последние хелса. С какой стороны он? Yes! Меч шикарен, с сойлом. Ох. Все, я никогда этого не делал. Незабываемое ощущение. После, блин... Ой, большой алмазик! Блин, после того, как ты терпишь даже с картами 40 минут, блин, хочешь, походишь по лабиринту? Это трындец, ачивка. Это вам не Dead Space пройти. Ох. Да, какое наслаждение все-таки ты испытываешь, когда проходишь. А, ой, он умирает. Что с ним? Что случилось? Это быстрый телепорт в первый город. А, это быстрый телепорт в первый город. В Бравый рыцарь, ты проснулся? А, когда тебя, да, это Шин за Спирит Брод и Херта перенесли сел тебе с двух, и Мехейст и Энтер Принцесса Фелиция. Ага, чтобы вылечить Принцессу Фелицию. Хорошо, я понял тебя. Ну что, к королю? К принцессе? Да, к королю, давай, может, на 1000 голды. Your brave man, conquer Jashin, return 9 tears. Вернул 9 этих слез. Короче, ожерелье. Поэтому давай, ноги в руки, быстрее дергай к принцессе Фелиции. Кристалл вернет ее к жизни. Да, ну что ж, давайте к тёлочкам, к тёлочкам. Hello! Ничего так. А, всё, я понял, это нужный ключ. Смотри. Нужный ключ? Что? Вот он этот ключ, вот он этот ключ. А, это он же, да, я понял. А почему закрытая дверь, мне неизвестно. Так, скорее всего, там что-то есть. Но один епись, кстати, про это говорил, что там что-то есть. Угу. Ты красива, как цветущая роза. Спасибо тебе, Дюк. Давайте, где Секис? Не будет в конце? Для детей, Мишка, игра. Для детей? Для каких детей? Мы не смогли ее пройти, уже фейс-контроль пройден. Во-первых, Мишка, после того, что ты сейчас испытал, тебе как бы не до Секис. Ты уже должен быть полностью... Я не знаю, как тебя отблагодарить за то, что ты меня спас и спас мою страну. И розы. О, отец! Моя дорогая Фелиция, сейчас... А, я так долго держал тебя в своих руках. Ну, то есть ты была рядом. Я слышал твой сладкий голос. Вдали... Курс Magic Jashin began to resume its... Уже? Ну, потихоньку начинаю. Восстанавливается какая-то плохая магия. Dreadful... А, наоборот. В общем, да, плохая сила была, исчезла, короче, изгнана из земли, и земля Зелиард, бла-бла-бла-бла. Охранный дух Святой Земли и Зелиарда снова появился перед... Он должен был перед... 85-й уровень. 85-й? Ну да, какой-то 90-й, нет? Ты страдал. Hardships Deficit. Ты так много страдал, чтобы достичь бла-бла-бла. Чтобы эту задачу выполнить. Но это было только начало. Да ладно. Твоя следующая миссия ждет тебя в новой земле. И какой-нибудь там. Моя следующая миссия. Это же этот. Как его? X-Men. Сейчас его зашлют. Да, многие нуждаются в твоих специальных умениях, талантах. Так что быстренько отправляйся, там фаст депача было. Нет времени на отдых, нет времени остаться на мирной отдавай земле. Свое оружие, доспехи, магия. А как же... Must you leave so soon, Duke Garland? I was hoping... А, вот они, три точки, вот они! Принцесса Фелиция, я должен... Bid you farewell, morning coming soon, and I will miss the light of spirit unless I start before the dawn. Короче, дергать надо ему, а то утро скоро, все дела. Что он... Может, он не традиционной ориентации? Да, подумал, просто... Все. И он ответил быстро, принцесса Фелиция, и отвернулся.
Fuck yeah, смотри, у него это выражение лица, типа, да, я крут, fuck yeah. Кто картинку пришлет, типа, да. Она такая, что такое, как так? Не уходи, Дюк. И не оборачивайся. О боже, fuck yeah. Обломал телочку. Отшил принцессу, fuck yeah, отлично. Дюк покинул замок и что там почувствовал, я не увидел. Может, принцесса Фелисия стоит только... Если he watched him, he will return. The road to his destiny begin here and shall end here. Да, она здесь началась, она здесь и закончится. Когда он там закончит командировочку свою, он вернется ко мне. Вернется, конечно же, нежданно-негаданно, застанет с кем-нибудь ее. Я его, конечно же, дождусь. Ну, слышали мы все эти басни. И музыка пошла эпичная. Да. А? Первый континент только, да? Видимо, было какое-то продолжение, якобы. Став. Кстати, сколько людей это делали, интересно. Продюсер. Да. Ну, продюсер уже есть, это хорошо. Английские версии тоже. Один программист ведущий. Томоюки Шимада. График, дизайнер. Двое трудились. Вот смотри, какого коня слепили в конце концов. Кто-то переводил на английский язык. Да. И два композитора. Сценарист, сторимейкер, прикольно. Чё за сиськи спрашивают на картинке? Фулл плейта. Кстати, не фулл. Тёлочка-то. А, нет, он посмотрел, кстати. Или конь посмотрел. Я не знаю, в какую сторону кто смотрит. Да, играл в игру, где волкам яйца нужны, но, конечно. Спасибо большое, видимо, тестерам. Да, это те люди, которые прикоснулись впервые к этой игре, видимо. Да ладно. Сьерра. Советчики. А вот тут давайте сделаем стену. Невидимую. Да. И программист такой фейспалм, такой, да ёшкин кот, кто в неё играть будет? Но мы, блин, осилили. Это одна из самых хардкорных известных нам игр. Стареньких, по крайней мере. Посоветовали там нам игру на 70 метров скачать, тоже хардкор хороший. Но я думаю, что времени не будет на такие вот. Вот. 87-й была на приставках. И в 90-м... Картинка клёвая. Фин. Конец. Такие жесткие игры, конечно, они редки. Ну что, друзья, посмотрели? Поняли? Прикоснулись к истории? Потерпели? Пофейлили? Надеюсь, вам понравилось. Старкрафта сегодня не будет, может, пол первого. И потому что здесь компьютер слабенький. А здесь Старкрафта и Старкрафта нет. Да. Ну все, прощаемся. Спокойной да, ночи. Всем пока. Сейчас, Дим, вот так скажи. Всем пока. Спасибо за внимание. Если пропустили стрим, можете его пересмотреть в записи. Запись появится в разделе видео. Когда-то она точно появится. Вот. Все. Это было для маленькой аудитории, но это стоит увидеть. О-о-о! Спокойной ночи, малыши.